Еще раз представлю вам Олега Левицкого, нашего преподавателя, который проведет сегодняшний тренинг. Олег, тебе слово, наверное. Начнем. Время отнимать не буду. Спасибо, Алексей. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Сегодня продолжим изучение платформы 3CX. Вот, вчера затронули вопросы из базового уровня, условно. Вот, кроме сип-транков, голосовой почты, голосового меню. Так, рассмотрели настройку экрана, настройку клиентов, настройку IP-телефонов. Рассмотрели частично веб-клиент. Мы еще в него вернемся. Вот, и в принципе эти слайды, как бы они у вас должны быть. Я скидывал весь архив. Вот, сейчас мы пойдем в основном по слайдам вот этим. Вот. Я их тоже размещу. Я демонстрацию экрана сейчас сделаю, чтобы было видно вообще, что мы делали вчера, что мы будем делать сегодня. Так, пошла демонстрация экрана. У кого видно экран, поставьте плюс. Вот, итак, на чем мы остановились? Остановились на том, что у нас сегодня второй день, как бы интермедиат условный. Вот, мы продолжим с установкой АТС на КВМ, которую вчера не смогли установить из-за того, что у меня не запускался VNC подключение. Я сегодня его установил, это другая подсеть. Вот. И плюс еще у нас была проблема с регистрацией телефона по методу STUM. Я тоже проблему эту нашел, выяснил. Она слишком такая проблема, это, скажем, простая. Заключалась в том, что одну галочку там не выставили. Мы сейчас это все разберем, быстренько настроим и найдем причину. Вот, и дальше пойдем по этому списку. PBX Express мы вчера тоже рассмотрели. PBX Express – это установка АТС в клауд. Вот. Но мы, скорее всего, не пойдем сегодня по вот этим обновлениям и переустановкам. Мы его на завтра вынесем, либо сегодня позже найдем и посмотрим. Вот. Мы после настройки телефона посмотрим также настройку телефонов для посменной работы пользователей. Посмотрим профили пользователей, ну, то есть настройки как бы экстеншенов, внутренних номеров, и как они объединяются в профиле, для чего это нужно. Посмотрим группы пользователей, их права. Они связаны с профилями, эти группы, для того, чтобы наделять правами, полномочиями абонентов IP-телефонов в предприятии на 3CX. Вот, чтобы они могли статусы посматривать и так далее. Так, после настройки транка, естественно, нужно будет настроить маршруты, настроить интервалы времени. А вот маршрутизация более подробная у нас завтра предназначена, но мы ее будем делать сегодня, поскольку мы транки и маршрутизацию, входящую и исходящую, рассмотрим сегодня. Вот. Также мы постараемся рассмотреть такие сервисы, как группы, очереди. Вот, а остальные вопросы, такие как устранение неполадок, вопросы по обновлению, там, может быть, даже по записям, еще есть резервное копирование, вот, мы это вынесем на завтра, для того, чтобы это было удобнее, чтобы не мучить. Так, CPRI. Интересен PRI-шлюз? Если интересен, здесь PRI вообще не рассматривается. У нас есть PRI-шлюз. Виктор, я вам отвечаю. У нас есть PRI-шлюз, Ястар TE100. Вот. Ну, в частности, я не знаю, могу отдельный вебинарчик сделать, как-то на четверг на какой-то, вот, либо там на вторник, и мы можем подключить просто PRI-шлюз к 3CX и отдельно в рамках темы это все как бы реализовать, посмотреть. Также у меня есть слайд для подключения Ястар PRI-шлюза к системе, к этой, к 3CX. Вот, я выложу этот слайд, могу отдельно вебинар сделать. Это в рамках PRI в рамках данного курса не рассматривается вообще, то есть это не этого семинара тема. Там есть слайды, мы относительно слайдов как бы отталкиваемся, не рассматриваем другие вопросы. Иначе тут времени ни на что не хватит. Вот, подключение как бы шлюзов мы не рассматриваем здесь. Вот, но просто сам PRI-шлюз, он должен быть подключен к какому-то PRI-провайдеру, да. У нас нет PRI-провайдера, у нас есть другой PRI-шлюз, либо PRI-АТС, и мы завязываем вот этот транк и рассматриваем, как идет, ходит PRI,
Вот смотрим эту диагностику, смотрим все. Просто так взять и подключить PRI тут смысла нет. Там делается учетка, подключается PRI, идут вызовы по инвайты туда-сюда. Так, я работаю со стандартными ATS Avaya, Nortel, поэтому возник вопрос. Да, тут интеграция с Nortel, тут больше вопрос будет соединение самого PRI нашего с этой Avaya. Вот. Ну, в принципе, нашего Ястаршлюза, да, мы Ястаршлюзы продаем. Вот, там больше по потоку будет вопросов. Вот. А тут чисто с нашим PRI, SIP подключение, поэтому здесь не должно было быть, как бы, не должно быть проблем, там все просто. Вот, у меня есть слайд, я могу отправить слайд, могу помочь. Да, через SIP-транк, конечно, Ястар подключается 3CX через SIP-транк. SIP-транк. Можно без регистрации, можно с регистрацией. Транки мы рассмотрим дальше. Так, чтобы не делать как бы вчерашний замес, чтобы не прыгать туда-сюда, вот я все-таки... Хорошо. Я все-таки постараюсь сегодня работать более последовательно, чтобы в 4 часа уложиться, успеть все это сделать. Итак, вчера мы на чем остановились? Прекратили работу с подключением, с установкой второй АТС в нашей сети, да. Там мне с КВМом возникла проблема, я и решил, если сейчас ничего не отвалилось, но я попробую дальше установить. Вот я вроде бы там все решил. Так, давайте вернемся сейчас к моему вот этому, к моей панели. У нас есть сервер, на сервере установлен КВМ с Debian, с... Да, вот он. С рабочим столом. Вот. Даже если КВМ установлен просто с командной строчки, на нем тоже можно запустить, создать виртуалку. То есть тут уже вопрос состоит в том, чтобы... создать виртуальную машину, подключиться к ней по VNC и получить фактически вот такое вот окно. Вот это зависит только от способа. Вот это уже вопросы будут к КВМу. Так, сейчас вот Java консоль у меня на сервер запускается. Все. Вроде бы есть, а вроде бы и нет. Вот она. Вот она консоль, вот она сама машина. Я ее открывать, ну, может быть, так открою. Да, вот. Но залазить я вовнутрь здесь не буду, поскольку бесполезно. И эта же машина у меня должна быть здесь по VNC доступна. Доступна машина. Была только VNC консоль. Куда-то я ее дел. Так, Tiger VNC использую. Tiger VNC. Вот он, 5906 порт на эту машину. Вот. Он в настройках VNC. И все, вот у меня пошел инсталлятор. Так, вижу. Инсталлятор пошел на 3CX, да? Это ISO-шник мы вчера прикрутили к этой виртуалке. Вот, давайте здесь уже VNC у нас есть полное управление. Нажимаем далее. Install. Вот, дальше запускается инсталлятор самого 3CX. В принципе, на VirtualBox происходит то же самое, если кто-то захочет установить на VirtualBox. Вчера мы рассматривали пример установки Session Border Controller, специального роутера для 3CX. Вот, и... Здесь просто нужно выбрать не SBC, а нужно выбрать сам 3CX. А процесс создания виртуалки тот же самый. Вот здесь же мы используем КВМ. Так, хостнейм будет 3CX, даже тест или офис. Так, не запускается. Офис 3CX Mine. Или пусть офис 3CX, да? Пусть так будет. Так, далее. Domain name IPM
Demo. Да, сейчас важно, чтобы не сваливалась у нас картинка, чтобы рабочий стол записывался, потому что сейчас это важно. А я следить никак не могу, ну ладно. Так, далее. Продолжаем. Все, Debian пошел устанавливать нам систему. Здесь мы выбираем язык. Язык можно выбрать по умолчанию. Это язык системы будет. System language. Система. Вот, русский тут не следует выбирать, иначе он потом расклад клавиатуры начинает менять. Там нужно шифтом это все, Alt-шифтом, Ctrl-шифтом это все переключать. Короче, это на английском, если будет, все будет отлично. Так, теперь страна, ну пусть будет United States. В принципе, от этого зависит репозиторий, с которого будет скачиваться. Там дальше в обычной инсталляции Debian, по-моему, показывает репозиторий, который нужно выбрать. Вот. В принципе, эти все настройки можно в самом Debian поменять, если так важно. Так, конфигурировать раскладку клавиатуры American English оставляем по умолчанию. И вводим root-пароль. Root-пароль у нас будет просто маленький паспорт. Смотрим, вот он, паспорт. Это root-пароль на Debian, на операционную систему Debian. Полностью на всю систему. Вот, нажимаем «Далее». И переводим его еще раз. Так, выбираем, показать, показываем, все. Создается настройка. Далее, нам нужно выбрать тайм-зону. Тайм-зону, по-моему, здесь вообще выбирать не обязательно. Любую можно выбрать. Поскольку в 3CX выбирается тайм-зона отдельно. Вот. Ее, в принципе, тоже даже в самой операционке можно потом через конфиг поменять, если требуется, там все это меняется. Локаль. То есть все выбранные настройки предыдущие, они все выбираются, меняются в Debian дальше. Так, используем разметка диска. Используем полный диск. Вот этот диск 64 гигабайта, который вчера сделали. И пишем все файлы в одну директорию. Вот, не разделяем по home, var. Там, для теста можно все в одну директорию писать. Если используются различные разделы на различных дисках, вот, тогда можно разделить для того, чтобы скорость доступа, допустим, раздел с записями разговоров можно на SSD уместить, остальные там темпы, вот эти все, скажем, хранилища вот, на других каких-то дисках. Но это больше к Linux, а не к 3CX. 3CX вообще рекомендует SSD. Я вчера показывал системные требования к операционной системе, к железу, на которое устанавливается, в зависимости от операционки, будет установлено. Все, пишем все файлы в одну директорию. Дальше завершаем разметку диска и записываем изменения на диск. Внести изменения на диск, да. Все, у нас пошла установка. Установка основной системы. Дальше у нас мы будем иногда открывать, следить, смотреть, что тут происходит. Вот это мы внутри виртуалки. Все. Так, здесь мы установку запустили. Давайте вернемся к нашему телефону, к нашей системе 3CX. Вот она должна быть, наша система. Вчера нас заблокировала. Сейчас я расскажу, почему нас заблокировала. Вот здесь вот это, так сказать, вчера была трабла, был баг, но это полезная трабла. Вот, имея эту траблу, имея этот сбой, мы поймем, что делать не нужно и что нужно делать внимательно, для того, чтобы нас как бы не заблокировало там навсегда в системе. Скажем, не то, что навсегда, а безвозвратно для данного момента. Чтобы разблокировать себя, нужно использовать... зайти из другой вообще глобальной сети к данной машине, вот, и снять эту блокировку. Что я вчера и сделал через свой мобильный интернет в моем мобильном телефоне. Вот, но эту ошибку я устранил. Вот, и сейчас я расскажу, в чем была причина. Эта причина была вот в этом телефоне. Так, этот телефон я все-таки подключил вчера. Так, вот я зашел в доступ, админский доступ. Вот, этот телефон я вчера зарегистрировал. Вот он у нас пользователь, вот он телефон, он у меня 303. Я его зарегистрировал как Т46. Сейчас его удалю и зарегистрирую снова. Вот я буду периодически открывать вот этот экран. Так, по поводу VMware.
В. Стоянов. В. Как по имени обращаться? Напишите, пожалуйста. Лучше всего имя написать, потому что мне трудно по псевдонимам обращаться по всяким. Вот, по этим. Так. Значит, вам на VMware можно устанавливать, я вчера показывал. В базовых слайдах есть требования к установке, и в моем тоже слайде есть. VMware SX6 позволяет устанавливать, SXi 6 позволяет устанавливать систему на Debian, на Windows, на любом. Вот, вообще, в принципе, операционная система Debian здесь используется, либо Microsoft Windows. А вот эти все промышленные гипервизоры, они позволяют и совместимы с данными системами. Поэтому и 3CX также будет работать. Вот. Вообще, как бы на всем будет работать. Там его даже на докере запускали, но это уже отдельная тема. Это уже вообще не касается. Так что в сторону не уходить. Так, давайте вернемся к вот этому телефону. Попробуем его зарегистрировать заново. Вот, я сейчас открываю свой экран. Открываю свой экран своего 3CX. Вот, я удаляю этот 303. Даже не его удаляю. Удалять его лучше не удалять. Лучше вот так вот открепить вначале телефон, иначе MAC-адрес телефона останется жить в системе, и потом, по-моему, вообще будет его трудно найти. Далее, вот этот телефон я здесь открепляю. Вот. Ну, единственное, что можно увеличить, но тогда я сам буду очень мелко видеть, очень крупно видеть. Тут нужно разрешение экрана больше. Телефон я открепляю, соответственно, вот этот телефон с этим MAC-ом, он удаляется из системы. Если я просто удалю номер, то телефон останется висеть в системе, и это плохо. Потом я его не добавлю, мне нужно будет где-то лазить, и вообще у меня может не получиться. Вот, нажимаю удалить. Все, телефон у меня открепился от системы. Вот, у меня остался вот этот номер 303, просто 303 номер, пустой. Вот, и в принципе регистрация вот этого телефона, она осталась висеть в телефоне. Он зелененьким светится, и тут зелененьким светится. Вот, поэтому я его просто сброшу кнопкой. Так, сейчас я посмотрю. Так что я был сам по себе виден. Вот, я вон зажимаю вот эту кнопку. У меня через время должна пойти должен сброс по кнопке. Не идет. Да, тут я немного сглупил. Вот, по-моему, сброс по кнопке на прошивке вот этой S3CX, он не работает. Тут тоже я сам себе на хвост наступил, сам себе на грабли. Я должен был зайти через веб-панель на него. А, заводские настройки, все, нет. Работает, его просто подольше нажать надо. Тут это я уже. Заводские настройки, окей, все. Вот, кнопку окей зажать, и кнопку окей зажимается. Но опять же, это может не во всех прошивках работать. Что я вчера сделал? Я вчера обновил прошивку на вот этот телефон. На последнюю версию. Там была другая прошивка, но проблема была не в этом. Сейчас мы посмотрим, в чем была проблема. Вот. Все, телефон пошел сбрасываться. Сейчас он сбрасывается. Нам понадобится от него MAC. От этого телефона. Вот, а я возвращаюсь в этот браузер. Все, 303 у меня должен открепиться. Я его даже назову не Т46, я назову какой-то Z. Вот это у меня не будет Т46. Сейчас у меня для Т46 будет 306 бы зарегистрирован. Добавлю телефон 306. Номер. 306 внутренний номер. И назову его Т46. Т46S. Обязательно S. Если не S, то будет плохо. Может не отработать. Вот, телефон, вернее, e-mail для настройки у меня будет. Какой же у меня там e-mail, вот этот, по-моему, да? Да, вот этот. Вот этот e-mail, просто мне еще один e-mail там есть, хитрый. Я его потом покажу. Так, семинар 3cx.msk@gmail.com. Все, есть. Номер мы создаем, окей. Так, 303, 3Z и 306, Т46S. Все, вот мы сделали номер, создали номер. Телефон у нас бросился. У нас здесь мой сервис и как бы чистая прошивка, без всяких 3CX, без ничего. Просто прошивка на телефоне. На телефоне у нас при нажатии ОК можно посмотреть IP-адрес. IP-адрес у нас 192.168.1.180 на телефоне.
мы по нему должны войти в телефон. Но перед этим мы должны вот здесь вот открыть и перейти в автоматическую настройку телефона. И здесь обязательно вот выбрать сетевой интерфейс, который будет у нас глобальный. Не локальный 10.3.0.4, майкрософтовский, который в облаке там живет. Это глобально, иначе у нас опять он пропишется сюда жестко, и будет ему плохо. И мы с ним будем мучиться, опять же, одно и то же, одни и те же действия повторять, а как вот это вот. Сбрасывать его, опять он перенастройку, настройку, ссылку, это все, беда это все. Так, на 1.180 я захожу с помощью веб-браузера, да, вот у меня открыт как раз, но он сброшен. И сброшен по... А, он по HTTPS на него лезет. 1.180 по HTTPS вот он лезет на него. По HTTP, точнее, админ. Админ на него пароль. Все, в телефон я захожу, 5.46. И вот, здесь прошивка 66.85.05 в телефоне. Вчера была другая прошивка, но я по... вот этому сайту посмотрел правильную прошивку. Вот у нас есть сайт, и здесь мы пишем 3CX Yalink S46 S firmware, как раз firmware ищет. И вот здесь вот upgrade Yalink fonts, вот он, нет, даже не вот этот, второй, точно второй. Там апгрейд, это не та тема, куда я не хочу лазить. Сейчас еще в сторону уйти. Вот, тут все эти четвертые телефоны, это линейка четвертых телефонов для от Yalink и для 3CX. У нее тут есть маленькая ссылочка, как найти автонастройку. Вот маленькая ссылочка с прошивками. С прошивками. Прошивку отсюда. Вот слово отсюда имеет у нас линк. 3CX support phone firmware. Вот она прошивка. Вот они все прошивки для сномов, для Yalink'ов. И у нас прошивка для вот, Ctrl-F 46. У нас покажет... Ниже. 46S, да? Вот он, 66.85.0.5. Я вот эту вот прошивку отсюда вчера скачал и установил телефон. Ну, это тема Yalink, я сейчас не буду показывать, как установить прошивку, но я обновил. Но потом попозже с красненькой прошивкой, с другим телефоном уже поработаем. Вот эти прошивки есть. И вот эту ссылочку я тоже кину. Там информация по обновлению прошивок на телефоны. Все, вот я ее раз сюда кидаю. Вот она, там ссылочка есть. Смотрите, я потом еще вебинарчики, вернее, слайды к этим вебинарчикам сегодняшние тоже подгружу в общий список. Так, теперь лезем в наш телефон. Наш телефон, вот он, наш телефон с этой вот прошивкой обновленной. Лезем в settings на английском. Мы вот этот вопрос тоже сейчас затронем, по умолчанию на английском. На английском нажимаем автопровижн. Здесь вот нам никакие пароли не нужны, вообще ничего не нужно. Здесь мы должны, даже нет, вначале мы должны вот залезть сюда, скопировать Mac. Последовательность действий должна быть четкая. Вот, автонастройка телефона в 3CX, нажимаем «Добавить телефон», добавляем. Выбираем 46-й, буквочку Y, вот они, Yalink'и пошли. 46S, вот он на нем написано, 46S. Добавляем Mac, убираем эти двоеточия. Убираем. Двоеточие убираем. Нажимаем ОК. Все. Этот телефон закреплен за добавочным 303. Да не может быть. Вот эта вот ошибка, которая вот неправильная. Мы его открепили от 303, и он все-таки за ним, да, закреплен. Вот это вот беда, которая появилась у нас. Мы ее должны решить. Вот это вот беда, которую мы сейчас будем опять дебажить, опять время потеряем.
Вот, ну, заодно дебагом позанимаемся. Вот он, Eolink 6605, 46, вот мы его должны отсюда взять просто и дропнуть. А его можно отсюда? Давайте мы его отсюда просто крестиком. Отклонить. Все, мы его отклонили. Отклонили телефон. Лезем опять в пользователя и попробуем начать сначала процедуру, операцию. Лезем в этот на автонастройку и повторяем все сначала. Все шаги повторяем сначала. Вот, нажимаем добавить, нажимаем Eolink. Выбираем 46S, выбираем вот этот вот MAC-адрес. Вот этот. Окей. И все. И все. Он тут у нас присутствует. Ну, хотя мы его отсюда удалили, а в какой базе он у нас там живет, сложно сказать, больше его нигде нет. Вернемся к нему позже. Так, в это время у нас наша система отвалилась, Tiger VNC. Мы ее сейчас подключим снова. Очень удобная система, она запоминает предыдущий коннект. Так, и у нас заново инсталлятор этот запустился. Это потому, что я не выключил диск отсюда. Этот диск я должен был отсюда извлечь. Надеюсь, что если я сейчас диск этот извлеку, у меня ничего не сломается. CD-ROM, Disconnect. И мне виртуалочку ребутнуть. Надеюсь, сейчас у меня... Ну, спать этот VNC точно свалится. Force off. Yes. Он сейчас просто soft reboot будет делать. Так. И старт снова. Посмотрим, что он напишет. Все. Это вот загрузчик Debian, который туда проставился. Там нам немножко повезло, у нас хоть что-то заработало. Вот, дальше. А дальше можно VNC это не запускать, наверное. Сейчас посмотрим, если он потребует действия. Просто я вот эти действия через вот эту вот консоль не могу внутри КВМ самой консоли запускать, действия выполнять. Поэтому я по VNC вхожу. И Tiger. Tiger VNC Connect. Все, все, понял. Вот у меня пошла... Дальнейшая инсталляция. Он ребутнулся и пошел дальше инсталлиться. Да, и диск мы отконнектили оттуда. CD-ROM там сейчас нет. Все. Так, 3CX Stable. Ставим сюда 3CX Stable. Не бету. Нам нужен будет Stable. Нажимаем ОК. Вот он. ОК. Нажимаем ОК. Все. Prepare Tables. Retrieving File. Давайте номер убьем. Вот, 3Z, вот этот номер мы его просто грохаем полностью весь. Ну, еще раз делаем ту же самую настройку, да. Еще раз сюда лезем. Еще раз ищем Eolink. 46S. Еще раз этот Mac. Ну, все ему стало хорошо. Вот как это решать. Мы додумались. Выберите интерфейс. Вот. Я же выбрал интерфейс. Так, нам требуется подключение STAN. Способ настройки это STAN. Интерфейс у нас семинар 3CX MSK. Вот. То есть ту настройку там 10.3.0.4. Я вот здесь вот ее еще раз перевыбрал, которая была до этого выбрана в самом номере. То есть мы там одно и то же. Вот, дальше. Вот этот вот параметр выбираем русский. Это будет у нас экранный язык на самом телефоне, на веб-интерфейсе телефона. Формат даты, вот это все можно потом донастроить, перенастроить, да?
донастроить, перенастроить, в принципе, все. Нажимаем кнопку ОК. И так как телефон данный, я вчера рисовал схему. Ну все, нажимаем ОК. Надеюсь, мы тут косяков не сделали, иначе все абсолютно действия нужно будет делать заранее, вплоть до удаления телефона из системы. Вот. Я вчера рисовал схемку небольшую. Я здесь указывал, что у меня вот этот ТС-46, он включается непосредственно через стан метод. У 30X этот метод называется стан метод. Там даже слайд отдельно есть. Регистрации телефонов на автопровиженинга телефонов на 30X систем. Вот это облачная система на Microsoft в облаке. И у нас за НАТом находится Т46. Вот это стан метод регистрации и автопровиженинги телефона. Да? Вот. Идем мы в сам номер телефона. Идем в автонастройку. У нас должна быть эта стан-ссылочка. Да? Метод стан. Вот эта ссылочка для стан-метода. Там RPS-сервер работает. Схема рассмотрена в слайде. Мы сейчас рассматривать как бы эту теорию эти не будем. У нас как бы удар в основном на практику. На траблы, на практику идут. Ну, должны с траблами столкнуться для того, чтобы знать, какие мы у нас бока возникнут, чтобы потом эти бока вот, можно было... А эти слайдики можно как бы почитать потом. В основном посмотреть эту теорию. Вот, дальше. Все, я скопирую эту ссылочку, иду дальше в сам телефон, иду в settings. Все, уже иду в settings теперь. В наш дорогой settings... Ввожу опять админ, авторизация пропала. Ввожу здесь у нас автопровизионинг, сервер URL, заталкиваю сюда этот URL, нажимаю ОК. Так, и не нажимаю я ОК, пока не нажимаю ОК. Если я сейчас ОК нажму, я не нажимаю здесь ОК, здесь нельзя нажимать ОК, потому что вот эта штука у меня работает в облаке. А вот здесь вот в этих параметрах я вчера... Не указал запретить подключение из публичной сети, запрещено подключение удаленным абонентам, SIP или STAN. То есть по умолчанию при создании аккаунта, при назначении метода STAN, здесь стоит эта хитрая галочка. И телефон лезет регистрироваться на этом номере с вот этой вот галочкой «Запретить подключение». В результате чего я посмотрел дамп с телефона. АТС оповещает на телефон, что пароль неправильный. И совершенно благополучно помещает в черный список весь IP-адрес всей конторы, вот это вот NAT-адрес в интернете, который у нас был, он весь помещается в черный список. И у нас отваливается все, включая веб-интерфейс самого 30X, там на некоторое время, может быть даже навсегда. Это время, на которое мы посмотрим позже, оно в безопасности указано. И вот эта вот галочка, она нам давала вот все вот эти проблемы. То есть перед автопровизионингом телефона из интернета надо эту галочку снимать. И снова нажимать ОК, снова возвращаться в телефон и снова нажимать вот здесь автопровизион Now. Все, у меня моя веб-камера, я нажимаю автопровизион Now. Я сейчас буду поднимать телефон, надеюсь, там мне ничего и провод не отвалится. Нажимаю автопровизион, нажимаю ОК, Configuration Updating, себя я не вижу, ничего я не вижу. Вот у меня телефон. Так, тут у меня ОК пошел. Мы сейчас вернемся сюда. Мы это не трогаем. И вот у меня 30X уже пошло обновление. То есть уже пошло обновление. Здесь вот уже пошла настройка. Вот. И, собственно, ну, я его так подержу. Трубку я сниму. Просто, чтобы было видно. Там даже отсвечивает. Все, пошла перезагрузка. Вот телефон уже мне недоступен. Пошла перезагрузка, и он должен вернуться уже с зарегистрированным аккаунтом. Ну все, вот эту вот вещь мы сделали, сейчас вот он должен позеленеть тут у нас. Пользователь должен позеленеть, вот 306 он уже позеленел даже. Да, он позеленел не только тут, он позеленел внутри самого телефона. Вот видите, там позеленел вот этот вот аккаунтик, который, не знаю, виден, не видит, та камера лучше тут, ноутбучная. Ну и, собственно, с него можно звонить. Вот, в принципе, у меня вот сейчас еще 46-й тут лежит. Я могу с него позвонить на 46-й. Вот, даже не на 46-й, у меня тут фиговина есть. Вот я на нее позвоню.
Номер у нее, ее номер, ВИН клиент 302. 302. Все, у меня вызов пошел, все, телефон у меня заавтопровиженился. Так, и вот вчера то, что я показывал, да, еще такая вот часть есть у нас. Сейчас этот телефон, он не будет доступен по этому адресу, вот. Он даже вот пишет, после перегрузки браузер пытается автоматом на него залезть, и он пишет 3 минуты, не будет он доступен. Это потому, что на него был неправильный логин, пароль туда введен. А сейчас нужно залезть по HTTPS на него. По HTTPS. Логин и пароль от самого телефона. Ладно, мы подождем 3 минуты. Логин, пароль для доступа в этот телефон должен идти вот отсюда. Вот он берется. Настройка телефона, автонастройка телефона в настройках самого аккаунта, номера. Вот он. Я ждал, я нашел. Вот. Все, вот он, веб-пароль для доступа по HTTPS на этот телефон. И вот он, собственно, сам телефон. Имя админ и логин, и пароль вот тот вот, веб-пароль для входа в телефон. Это пароль для входа в веб-панель телефона. Рецессия его создает сам и присваивает. И вот телефон пишет вот здесь вот, что у него аккаунт, вот он, есть. Аккаунт, он благополучно зарегистрирован. Вот этот вот лейбл у него установлен, там прямо и пишется, что Т46С там как раз посылается туда. Вот это имя регистрации рандомное, оно не равно номеру. Никак на других станциях, никак на астерисках там разных. Вот. Оно псевдорандомное такое. И пароль тут тоже псевдорандомный. Вот эти вот логин и пароль, они в самом 3CX находятся в основных настройках. Вот здесь вот мы вчера видели их, да? Вот они. Один и второй. По этому логину паролю можно вручную что-то зарегать на этом астерисе, на этом 3CX. Вот. Можно телефон тоже вручную зарегать. Но тогда, как мы уже говорили, если это не автопровижнинг, телефон поддерживаться у нас самим 3CX не будет. Вот. То есть 3CX не будет оказывать нам консультацию, логи смотреть не будет. Вот. Ну, вот это вот для ручной настройки, там он как бы годится. Это все годится. Так, подскажите, пожалуйста, соединение между телефоном, находящимся в публичной сети. Шифруется ли телефонное соединение? Знаете, наверное, все-таки нет. И это можно увидеть, я скажу, вот здесь вот. Это хороший, это справедливый вопрос, поэтому я все-таки на него отвечу. Смотрите, давайте мы сделаем вызов. Сейчас вот у нас есть Ялинк, пока мы в него влезли. Вот Ялинк. Есть в нем такая вот полезная вещь, как спидам. Мы сейчас узнаем, шифруется ли этот вызов, шифруется ли это SIP-сигнализация. Там должен быть TLS. Сейчас мы это увидим, узнаем. Он снаружи, да, действительно, это должно шифроваться, конечно же. Пикап-кап. Пикап фитинг, вот он. Пикап тип, может быть, он, да. Да, это он, точно, стопудов. Все, делаем старт. Отвечаем, раз. Все, отвечаем, все, сняли, да. Нажимаем стоп, сейчас у нас качнется, все, сейчас у нас качнулось уже. Вот, у нас есть звонки, да? Completed invite. Вот она, у нас сессия. Если бы она была TLS-ная, мы бы эту сессию... Вот, и внутри этой ноги мы можем flow sequence увидеть. Вот он, invite. Invite SDP. Вот они все эти пакетики. Invite, SDP, все, вот оно, вот. Обмен идет не шифрованный. Так, да, булавко спрашивает. Соединение между телефоном в ближней сети шифруется? Нет, не шифруется. Вот он ответ. Как мы его определили, я вот показал, не шифруется. Но здесь еще есть такая плюха, она называется TLS. Network, вот он, SIP, транспорт. Вот здесь вот в
фоне провизионинг должен стоять SIP-транспорт TLS. Вот оно. Вот, вот эта вот настроечка должна быть. Смотрим автонастройки телефона. Вот он, SIP-транспорт. Там, где указана сеть, у нас там должен быть SIP-транспорт указан. Здесь вот TLS будет. Окей. Вот, он выбирается вон там, в настройках телефона. В настройках вот именно где автопровизионинг телефона. Вот, но здесь вот, вот здесь я смотрю, вот, аутентификация, веб-аутентификация всякая, да. Автонастройка телефона, да. Общение стан. То есть перед автопровизионингом телефона надо было выбрать здесь вот TLS, тогда бы у нас выбрался... Где TLS я показал, где настраиваться, то есть перед автопровизионингом нужно было выбрать этот TLS. Вот дальше его где выбрать, там, ну не появляется он там, не знаю, можно его перенастроить, нельзя. Возможно, можно, может поискать его. Все, телефон мы настроили. Час уже почти прошел. И у нас вот вторая система устанавливается. Все, у нас вторая система установилась вот здесь. Мы нажимаем ОК. У нас система пойдет в ребут, сгоняет сейчас. И после ребута она нам выдаст айпишник на 250-й подсети, которую мы сейчас и сконфигуряем. Вот у нас пошла установка, скрипт установки самого 3CX. Один using веб-браузер. Значит, здесь 3CX у нас предлагает настроить через браузер или настроить через командную строчку. Давайте настроим через браузер, через командную строчку, не хочу это настраивать. Вот, тут есть два варианта. Один. Все. У нас 250, 168, 50, 15 идет настройка, доступна настройка веб-интерфейс, настройка к этому адресу. Открываем. 192, 250, 168, 50, 15. Нажимаем. Окей. Все, вот пошел конфигуратор у нас с этой 1С. Вот этой вот системы. 3CX. Так, входящий. Вот здесь вот у меня есть некоторое письмо. Я вчера вот создавал этот ключ. Я его буду сейчас заталкивать в этот вот браузер для настройки нами инсталируемой системы в нашей локальной сети. Вот он, этот ключ. Сейчас он у меня прикрутится. Все вот. Не буду устанавливать из бэкапа, не буду аплоудить ничего. Setup файл, да, это setup файл, там файл установки можно еще сохранить и зааплодить. Username Олег. Так, все, my public address, это мой адрес нашего предприятия, который банился в этом вчера, в этом Microsoft. Да, вот он, адрес предприятия. Он сегодня опять может баниться. Опять нужно, возможно. Мы сейчас ее коннектить будем, нашу эту систему, к другой системе. Так, public IP, он static IP. FQDN, да, need, конечно, need FQDN. Сейчас мы enter name, семинар, IP-матика MSK, IP-матика Office. Семинар 3CX, Office. Пойдет. Африка, нет, не Африка, это мы выбираем сервер, то же самое Европа, то же самое у нас будет, так, вот он, My3CX.ru, Россия, вперед, порты 5001, 5060, 5090, да, это для веба, HTTPS, HTTP, это SIP, это туннель. Local IP 168, он у нас как бы на динамике будет, да. Next. Все, создается сертификат, генерится, то есть там производится некоторая манипуляция. Сейчас мы через некоторое время получим уже систему вторую. Все. Мы сейчас ее трогать не будем, мы его так заморозим, оставим. Но когда мы ее установим, мы сделаем... А на эту систему
Какой-то софтфон вручную, мой вот этот телефон зарегистрируем, чтобы не сильно мучиться с ним. Вот, там всего один этот понадобится. Мы будем создавать мост. Мост – это тема завтрашнего дня. Мосты. Это тоже разновидность соединения АТС, разновидность транка. Вот, разновидность соединения АТС-3CX между собой. То есть 3CX между собой можно только этим способом соединить, поскольку это выгодно. Вот. Но можно и взять, зарегистрировать один 3CX на аккаунте другого 3CX. Да? Можно соединить транком без регистрации. Но вот именно это соединение, оно такое самое крутое. Вот. Здесь вот эти слайдики. Ну, не хочу просто подсчитывать эти слайдики. Мы просто его соединим, чтобы время свое не тратить, не терять. В этом слайдике написаны преимущества этого соединения. Там, может, я выборочно потом все-таки залезу в него и почитаю, посмотрю. Это тема завтрашнего дня. Вот, и все вот эти сейчас, вот эти слайдики, я сейчас их все добавлю, я вчера архив скидывал. Так, пока у нас тут создается, да, пока создается, это наша система. Я сейчас зайду вот в эту панель. Сюда вот у меня есть тут файлики загрузить. А я, по-моему, архивчик сейчас сюда добавлю. Во вчерашней презентации файлы во вчерашние остались, а сегодняшняя кину в сегодняшнюю, скажем, основную, да, вот эту вот основную. И публикацию я сделаю вот здесь, вот, если видно, у меня сейчас пройдет публикация, эти все файлики, включая мою тут презентацию. Все, у нас здесь нумерация будет все-таки четырехзначная. Давайте четырехзначную сделаем. Вот, мы вернулись к своей вот этой вот машине, которая у нас локальная, да, вот четырехзначная система нумерации внутренней. Максимально у нас пятизначная, это 9999, да? Не пятитысячная, а пятизначная, я вчера ошибся. Вот, четыре знака у нас будет вот здесь на внутренних. Нажимаем ОК, перед этим мы сделаем интерфейс. Просто если вот эту фигню сейчас не выбрать, выбрать неправильно, потом мы ее, с ней очень долго мучиться будем, мы ее не поменяем никак. Вот это вот email администратора, да, системы. Мы можем его из урана взять вот отсюда. Назад, далее. SMTP сервис, далее. Вот, вот он, страна и часовой пояс, да, тот, который был у нас в этом. Романия. Идет Романию хочет установить, как страну Романию. GMT плюс 3. Так, GMT плюс 3, не Турция, у нас Россия должна быть, Россия-Москва. Добавочный номер 0, так, вот это вот я трогать не буду. Далее мы наш язык ставим для голосовых сообщений, далее все. Создание экземпляра АТС создается. Все, создается у нас-то вторая АТС. Да, тут вот ее параметры все. Вот этот параметр, по нему заходить бесполезно из интернета на нее. А вот этот параметр нам правильно откроет. И мы также по 5000 можем зайти. 5001 сейчас нам ругнется на сертификат. Так, вот он IP-адрес. Да, он тоже вот неправильный, он внешний. Он неправильный, он внешний у нас. Он у нас внешний, а вот внутренний у нас здесь не написан. А вот внутренний как раз у нас не написан. А вот внутренний мы возьмем вот отсюда. Вот он. Внутренний у нас только не 5015, а 5000 ровно. Ну, 5001, может, он на сертификат еще ругнется. Все, вот он пошел. Тормозит. Уже. Все. В Firefox, в Chrome точнее, мы открыли еще один АТС.
Вот он, наш еще один АТС. И этот АТС, он находится вот здесь. У нас здесь есть SBC, но он находится не так, чтобы вот здесь. Не могу эту фразу сказать, не получается. Он находится в нашей сети основной. Так, тут я писал какую-то 17, но это не 17, у нас 250 такая сеть. 250.024, вот он. Вот, сеть 250, это наша демо, ну, не демо, это наша офисная внизу на первом этаже сеть. Рабочий компьютер не работает. А вот это вот наша демо-сеть, в которой мы сейчас находимся. В ней мой ноут, и на моем ноуте установлена SBC внутри виртуальной машины, вот здесь вот, вот, да, вот он. Уже установлен, уже он тормозит, и в конфиг. Вот он у меня установлен. И в конфиг 1.86, я надеюсь, он доступен. Он мне делает вот этот вот телефон. Вот. И вот наша еще 3CX, которая офисная. Вот она. Так, здесь на ней мы еще регистрируем наш вот этот вот телефон, который у меня в офисную сеть-то и подключен. У меня здесь есть 3CX, клиент на нем. Он старый, добрый, посмотрим, как он работает. Попросит ли он у меня обновиться. Дальше смотрим пользователи. У нас четырехзначные, поэтому у нас 3001 вполне здесь устроит. Нажимаем добавить. 3001. Как его мне назвать? Мой телефон. My Huawei. Так, email-адрес он нужен? Конечно, нужен. И он нужен из этой вот, из этого Gmail. Из этого Google он нам понадобится. Окей. Нажимаем окей. VoIP Training 1 Gmail.com. Все. Сейчас сюда, в эту почту, должно прийти письмо, в котором QR-код. И плюс вот этим вот QR-кодом, который на экране. Вот эти вот QR-кодом я сейчас это приложение настрою. Надеюсь, мне тут будет видно. О, это какой-то 3CX, даже на нем зарегал. Интересно, как он зарегал. Вот у меня старый 3CX, не старый, да, приложение, которое было, возможно, он старое, зарегистрировано. И в нем мне нужно, вот оно где-то зарегистрировано, мне нужно его отрегистрировать. Вот, я выжимаю вот это вот, вот эти в нем, сейчас я сам себя посмотрю хотя бы, не знаю, работает, не работает. Вот, вот он телефон, вот здесь вот эти вот черточки нажимаю, его отрегистрирую, настройка QR-кодом. И он, я помню, глобальненький сейчас сюда вкорячит, не локальную сеть, а глобальную сюда. Мне он не зарегистрируется, мы сейчас-то попробуем, проверим это все дело. Мне должно будет все это заработать. Не по закону бутерброд. Автонастройку не удалась. Вот мне не удалась настройка. Автонастройка QR-коду в силу каких-то причин. Возможно, что-то мне недоступно. Потому что он вот этот файл лепит, регистрировать из внешней сети. Ну, у меня есть еще один альтернативный вариант. У меня есть эта вот фигня. Микросип называется. Я вот этой вот фигней сюда подключусь потом. Ну, могу даже софтфоном подключиться из мобильного. Неважно. Просто эта фигня мне тоже понадобится там для создания этих транков, далеких транков в АТС. Все. Вот. Так. Мы подключили, настроили второй АТС. И давайте так. Когда мы ее уже настроили, мы вот мост пока создавать не будем. Мы вернемся в первую АТС и посмотрим на транки. У нас следующая вот эта вот тема, она будет настройка транка. Она опять из вчерашнего дня. Возвращаемся в вчерашний день. Это SIP-транки. Вот она, эта тема. Вот там, кто хочет, может себе слайды достать, посмотреть из этого. Так, SIP-транки, да? Вот они, SIP-транки. SIP-транки у нас, значит, SIP-транки туда потом отнесется же вот это вот, то, для чего мы устанавливали еще одну АТС.
сип-транки нужны для подключения к провайдерам. Значит, сип-транки есть в вот этом вот 3CX, поддерживаемые. Но это не означает, что другие транки, они не будут работать. Другие транки тоже будут работать. Но есть список транков поддерживаемый. Значит, вот эти вот транки, это те транки, которые поддерживаются самим 3CX. Это те транки, которые протестированы самим 3CX. Это значит, что 3CX их проверил на совместимость с самой системой. Произвели тесты на совместимость. Для них доступны шаблоны. И у них как бы легкая установка то по логинам, паролям. Вот. Generic VIP оператор. Значит, в 3CX, если какие-то транки не поддерживаются, такое бывает. Вот для этого есть Generic VIP оператор. Вот. И в этих Generic VIP операторов там есть специальные поля и нет готовых шаблонов. И в эти специальные поля в этих шаблонах не настроены. Причем на нем не настроена и не проверена поддержка передачи факса по Т-38. Вот. Для того, чтобы иметь транк, нужно иметь, собственно, доступ в интернет, да, это понятно. Нужно иметь логин, пароль для подключения SIP-регистрации на этим транком, на этот транк. Вот. И здесь вот даже дальше показано, как это все добавляется. Вот. Ну и, собственно, введено понятие DID. Сейчас мы вот полезем и попробуем разобрать это все дело. Вот. Смотрим, мы сейчас на майкрософтовском нашем сервере. У нас на этом сервере есть 3CX. Мы входим в этот 3CX. И надеемся, что он нас сейчас пустит в себя. Да, пускает. Вот, у нас в этом 3CX есть транки. Вчера мы здесь добавляли вот злополучный SBC1. Добавляем просто SIP-транк. Делаем SIP-транк. Здесь мы в SIP-транке ищем страну. Из страны мы видим, выбираем Россию. Вот она, видите, Россия есть. И для России у нас есть Your Magic, MCN Telecom и наш любимый SIPnet. Вот, я ввел вот здесь вот номер 070-036-0. Вот он, у меня сразу пишет SIPnet, и я должен сразу просто подставить сюда этот пароль. Вот он, пароль я его скопировал, надеюсь, он верный. И должен также поставить ID. ID и пароль, все. Я вначале вношу вот этот вот ID, а-ля номер. Потом нажимаю «Добавить», потом вот сюда вот ID аутентификации SIP User ID вношу вот это, и сюда вот вношу пароль. Нажимаю «Окей». Ну и, в принципе, он пытается там на SIPnet уже достучаться, зарегистрироваться на него. И вот здесь вот у меня здесь есть также вот здесь SIPnet кусок. Вот в этом вот прикладухе, вот в этой вот софтфоне, да, микросипне, есть кусок SIPnet. Вот он, 070-07-48. Вот он. Так. SIPnet у нас должен тут позеленеть. Вот он, видите, позеленел, да? SIPnet позеленел. Но, когда я создаю транк, у меня вот здесь вот автоматом в транке создается DID-номер, это основной транк номера. Основной номер транка. Это как бы и есть DID. То есть в инвайте, когда инвайт поступает по данному транку на данный номер, он по этому диду обрабатывается. И поступает сразу на 3.0 Олег. И вот этот вызов мне придет на 3.0. Мне 3.0 не нужно. Я хочу его направить на мой 306, который мы вчера мучили, на многострадальный 306 номер. Я его отправляю, да? Вот он. При создании транка этот вызов, вернее, все входящие вызовы по этому транку сразу отправляются на указанный какой-то добавочный номер. То есть обязательно в транке должно быть направление. Все. Сейчас, если я позвоню по этому номеру 070-036-0, по-моему, он до 3CX дозвонился, и 3CX меня этот вызов уже принял. Просто у меня недоступен этот вот
телефон почему-то стал многострадальным. Хотя он должен быть доступен. Но вызов на него не ушел. Вот. Можно, конечно, еще на другой, на кто-то попробовать. У меня еще есть 301. Давайте приземлим на 301 вызов. Там еще Huawei есть, там, ну, не знаю, регистрированный лист. Все, попробуем. Окей. И добавить, совершить вызов еще разочек. Все, да, позвон пошел, я не знаю. Там кто-то с этим номером, там, не знаю, что. Голосовую почту отправил. Вот, вызов у меня идет. Алло, раскраска. Там даже звук в обе стороны есть. То есть, как бы все красиво, все нормально, все хорошо идет. Вот, вызов у меня пошел. Вот мы создали транк. Вот, в транке есть такие вот еще исходящие параметры. Они в том файле расписаны немного. Вот, здесь расписаны как бы настройки, их там перечитывать не буду все. Что там создать надо, как он там создается. Что такое DID, да? Вот, Thunderbird Invite пакет расписан. DID это вот этот номер, да, на который поступает вызов, да, из Invite пакета. Вот, и здесь расписаны вот эти вот настройки. Поля заголовков. Они частично расписаны, не все. Все даже, я их как бы не знаю, там все вот эти поля, это спецификацию SIP, если почитать. Вот. И вот эти поля, они для каждого провайдера могут быть разные. Когда от 30X отправляется вызов на какой-то внешний номер, то в пакете Invite, либо в других каких-то пакетах отправляются вот эти все поля, значения, переменные. Вот. И какие брать значения из каких полей самого SIP-пакета. Вот это соответствие полей здесь настраивается. Для каждого провайдера оно разное. Для входящих вызовов вот эти вот там, ну, мало вот этих полей, но они все равно тоже есть, они тоже могут быть разные. Вот. И в основном от этих параметров зависит правильность настройки подключения к провайдеру. Они в основном как бы все одинаковы. Отличия есть только для caller ID, для вызова принимающего, ну, номера вызова, принимающего номера вызова от удаленного абонента, да, номера принятого вызова. Ну, caller ID. Вот. В основном вот эти вот параметры. Caller name, caller name, caller num, caller num. Вот, они здесь расписаны. Есть также еще какие-то дополнительные параметры, но они как бы относятся только вот к настройкам транка, ну, в самом 30X. Допустим, разрешать входящие или не разрешать, разрешать входящие, не разрешать, запретить видеовызовы, проксировать аудиопоток через ATS, иначе он напрямую пытается отправить. Использовать re-invite, использовать replace, вот, резервный прокси, SRTP. Здесь в 30X поддерживается защита голоса по протоколу SRTP. И вот здесь вот протокольчик можно выбрать. Тот, который я до этого показывал для телефона. Здесь точно можно выбрать транспорт. Можно выбрать UDP, TCP, TLS. TLS это защищенный, то есть провайдер его должен требовать. Тогда нашу сигнализацию никто не послушает, никто не поснифает. А TCP, он иногда требуется для соединения со всякими там, не знаю, Microsoft линками, Skype for Business'ами, Teams'ами и прочими, как бы, которые работают только по TCP. Вот, все. Вот он, наш вот транк сделан, транк мы создали, да. Если требуется создать какой-то другой транк, который не из поддержан, то добавляется generic. Вот он у нас, generic trunk. Тут какой-то на него можно добавить номер, он сразу у нас в DID присваивается. И вот в generic он просит добавить сюда оператора. SIPConnect TCP, SIPConnect UDP, там тоже какой-то шаблон тестированный. И просто generic SIP trunk это обычный, там, скажем, ванильный SIP шаблон, да,
с обычными значениями. Просто там значение по умолчанию. Все. Да, здесь тоже нам нужно указать. Будет айпишник на него, если мы не укажем, сохраним. Ой, у нас нет имя адреса. Давайте введем что-нибудь там, на него постучит. Абсолютно левый адрес. Все, окей, окей. Гол. Да, и он сразу зелененьким стал. Вот он, видите, зелененьким. А зелененьким он стал потому, что здесь в 3CX пакет Keep Alive, Qualify, либо Qualify, да? Notify, либо Options, он не отправляется и не проверяется доступность. Значит, вот эта вот сипранка, сипровайдера. Тут этот RFC, который у нас, Qualify, Keep Alive, он тут. На транках он просто не реализован. Не написан, здесь его просто нет и все. Так, а если пул внешних номеров, а не один, для каждого номера нужно создавать свой транк? Вячеслав, да. Значит, здесь, если используется несколько SIP-регистраций на провайдере, тогда нужно на каждую SIP-регистрацию, там на каждую есть пароль, на каждую нужно заводить транк. Если используется транк с авторизацией по IP-адресу на провайдере, тогда создается просто SIP-транк с авторизацией по IP-адресу. Тогда на провайдере должна быть авторизация вашего 3CX, и на вашей стороне должен быть прописан транк с IP-адресом, который будет авторизовать сторону провайдера. И тогда по DID-у, по DID-ам можно определять и распределять входящие вызовы. Вот. И также по исходящим caller ID можно вот здесь вот там добавлять в настройки номера, присваивать свой caller ID, с какого звонить. У нас вот эта вот станция, вот, на 250 адресе, ее можно попробовать приконнектить нашему какому-нибудь шлюзу. У нас там есть PRI-шлюз торчит, но не знаю, он на адресе. Сейчас еще PRI-шлюз, короче, мучит. Нет. У нас есть АТС, там мы к ней прикрутим и посмотрим, как это создается. Да? Мы даже это сделаем сейчас. Мы создадим транк без регистрации, с авторизацией по IP. И даже попробуем куда-то позвонить, но мы позвоним на этой станции. Позвоним, приземлим этот вызов в IVR. Вот, в голосовое меню. Админ. Окей. Нам на английском будет интерфейс. Вот. Сейчас мы на эту станцию создадим транк без регистрации. Соответственно, для этой станции мы должны создать по вот этому адресу, должны создать транк. Вот. Мы здесь идем в транке на нашей станции, да? Вот здесь мы выбираем generic. Здесь мы выбираем generic SIP trunk. Здесь пишем номер. А номер у нас будет 53. Вот такой вот пойдет, да? Окей. Это абстрактный такой номер, который потом в DID вписывается. Мы его можем грохнуть, поменять. Вот. И здесь вот IP-адрес станции вот это нужно вклячить. Исходящий прокси нам не нужен. Да, здесь бы, конечно, желательно указать порт, и он автоопределением дает порт. Да, вот так начнем. Долбиться начнет куда-то, даже не знаю. Ты должен на 50-60 долбиться. Generic SIP trunk 250-235. Все. И смотрите, здесь не требовать регистрацию, авторизация по IP-адресу. Да, есть три варианта, даже четыре. Только входящие, только исходящие требуют регистрацию с учетными данными. До этого у нас регистрировался на Сипнете по шаблону. Мы писали требовать регистрацию с учетными данными. Сейчас мы авторизацию по IP-адресу делаем. И здесь мы не вводим имя аутентификации и пароль. Не вводим. Нажимаем ОК. Все, у нас транк к нашей станции. Я его не именовал правильно. Он у меня будет называться PBX-235.
235. Вот он. Так, вот он, да, есть у меня. Все, теперь я должен вот этот вот адресочек отсюда скопировать и авторизовать данную АТС уже на 235 станции. На 235 станции я перехожу в транки, добавляю. И здесь то же самое, пишу peer trunk и пишу 3CX семинар, да, семинар PCX. General peer seed trunk. У меня peer seed trunk, да, он так называется, peer trunk называется, протокол SIP. И вот здесь вот эти вот IP-адресочки вставляю. Один для этого, второй для домена. Ну, то же самое, он может быть IP-адрес, там, домен, это отдельная ситуация. Вот, он ни там не учитывается. Все. Просто передается и просто нигде ни в кой. SIP-пакетов не нужен. Все, вот он, я соединил свою станцию, соединил с вот этим вот 3CX. И теперь в PBX-мониторе, да, вот вижу вот здесь ее. У меня есть транки. И 3CX-овый транк у меня вот сейчас должен завестись. Вот у меня светится. Как только он позеленеет, ему станет хорошо, и все станет хорошо. Так, я хочу ронять на него вызовы, да, на вот этот транк. Хочу принимать вызовы. Для этого мне нужно понадобиться маршрутик. Вот я его сейчас быстренько тут создам. Call control, входящий. Сразу его на IVR с рулем, там на английском может быть, неважно. Inbound routes, вот. Router in. Я еще один сделаю. Я сделаю from семинар, from семинар. 3CX. Так, здесь вот я семинар 3CX, это тестинг у нас, добавляю еще один 3CX, ну еще одну. И destination отправлю на, ну пусть AVR будет, что. Жалко, что ли, ну кто внутренний номер потом наберет, он там нам что-то проиграет. 6500. На чем? На каком-то языке проиграет, не знаю. Наверное, на русском переключили, наверное. Так, вызовы будут сюда приходить. Исходящие я уже все сделал в нее, да? Все, я соединил транком. На входящие я на нее не позвоню. Но опять же, я смогу здесь на ней что-то зарегистрировать с другого компьютера, с какого-то, да, вот входящий сделать, посмотреть. Потом, если он понадобится. Я соединил вот этот вот транк без регистрации. Соединил. PBX-235 это отдельный транк без регистрации. Так. Телефон я на нем зарегистрирую потом. Давайте вот сейчас вернемся все-таки к нашему транку. Вернемся, да. Вот здесь вот то, что я как бы рассказывал, вот здесь вот оно описано вот в этом вот слайде. Вот. Вот этот вот DID, который мы сюда, это основной номер транка, да, вот этот вписывается. Это и есть DID. Он вот в этом слайде вот здесь вот показан. Вот он, DID. Вот он. Тут сипнетовский тоже, но другой. Вот я его сейчас приближу. Это есть DID. Это тот номер, на который будет поступать инвайт в саму станцию. Этих DID-ов может быть несколько. Вот. Эти диды мы тоже посмотрим. Тут даже написано, как они добавляются туда, эти диды. На одном транке там может быть несколько дидов там. Вот сейчас мы это все посмотрим. Значит, этот транк мы сделали. И входящие вызовы на этот транк, они отправляются сразу на 48-й телефон. Я вот настроил настройку эту в самом транке. Вот она. Так, стоп. Вот оно. Но для того, чтобы принимать вызовы, их можно принимать сразу на IVR, на какой-то, на любой абсолютно номер, на любой сервис, да, который будет заведен в АТС. Любой сервис в АТС имеет свой номер. Вот. Но если требуется что-то там, какую-то логику обработки вызовов произвести, необходим входящий маршрут. Сейчас входящего маршрута нет, но вызовы в АТС поступают. Это такая логика 3CX, что эти маршруты, этот маршрут, который был сделан, он есть, но он не светится во входящем маршруте. Вот, для того, чтобы правильно принимать, необходимо добавить правило DID.
Сейчас обработка по этому номеру DIT идет, но прямо изнутри транка. Внутри транка там тоже вот есть вот этот номер DIT, он сюда вот закреплен, его можно даже удалить отсюда. И вот на вот этом номере, да, вот это вот есть, основной номер транка. Это и есть вот этот номер DIT, который вот здесь вот закреплен. Во входящих правилах мы можем создать правило по DIT. Вот, и мы можем сюда какой-то DIT этот назначить, даже вручную добавить. Вот, и создать название правила. Скажем, from sitnet, да, будет. From sitnet. From sitnet. Нажать кнопку ОК. И в этом входящем правиле уже переназначить. Прошу обратить внимание, до этого у нас вызовы направлялись на 46-48 телефон. Сейчас вызовы я хочу направить. Давайте мы его направим на веб-клиент, это 302. 302, он точно у меня вин-клиент работает, да, он у меня прям в экране живет. На 302, добавочный, 302. Все. Это рабочие, нерабочие часы, вот это как бы отдельно календарь у нас тема будет потом дальше. Добавить входящее правило. Все, мы добавляем входящее правило, нажимаем ОК. И давайте посмотрим, что у нас происходит. Мы вернемся обратно в SIP-транк, залезем в этот SIP-транк. И в этом SIP-транке мы увидим, что у нас это направление вызовов вместо многострадального вчерашнего Т48 телефона сразу же поменялось на 302 номер. То есть у нас изменилось вот это вот направление вызовов вот здесь вот. То есть у нас фактически входящий маршрут нам изменил в транке информацию, куда отправлять вызов. Маршрут – это, скажем, входящее звено, которое создает логику обработки вызовов в АТС. С помощью SIP-транков тут ограниченное количество, что можно делать с этим вызовом, куда его отправлять. Добавочный номер, голосовая почта, внешний номер, номер факса, отправлять голосовое приложение. Ну, как бы и все. Вот. Во входящем правиле. Еще также можно настраивать. То есть входящих правил может быть несколько для одного транка. И по этим правилам можно распределять, в какие рабочие часы, куда вызов отправлять. В рабочие, в нерабочие. Значит, и в правила могут быть также установлены индивидуальные рабочие часы. То есть входящие правила могут создавать логику для распределения вызовов в зависимости от графика собственного времени. От графика рабочего либо нерабочего времени. Вот так. То есть, если мы в транке выбирали, что отправлять только туда, и, собственно, жестко для транка создавали вот этот вот, задавали вот этот график, да? Для транка можно также создать график. То для входящего правила создается у нас отдельный как бы график. По рабочему времени у нас дальше сегодня будет презентация. Вот. А по входящим правилам и по исходящим правилам у нас есть отдельная презентация из Advanced. Вот они. Входящие правила, вот у него есть расширенные настройки. Давайте там его откроем, посмотрим. Вот, расширенные настройки входящих правил маршрутизации. Значит, здесь показываются принципы настройки, расширенных настроек входящих правил. Значит, во входящих правилах может быть настроена маршрутизация, либо фильтрация по DIDU и также по Caller ID. Маршрутизация по Caller ID
означает не просто только, что вот здесь вот можно... Ну да, вот здесь правило DID есть. И отдельно входящее правило по caller ID. Вот здесь во входящем правиле по caller ID можно задавать маску, с какого направления, которая будет создавать логику. В зависимости от того, с какого направления пришел вызов, в какую сторону направлять этот вызов. Вот для чего это может быть использовано? Как пример, значит, у нас могут вызовы приходить с какого-то другого региона, например, с Казахстана, да? Им нужно отвечать на казахском языке. Соответственно, у нас здесь будет меню на казахском языке. И, соответственно, по caller ID мы определим по первым цифрам номер региона, номер страны, Казахстан. И отправим по caller ID эти вызовы на определенный номер IVR, который будет на казахском языке. Но это как пример. Других примеров там может быть большое множество. Также есть PADID фильтрация. PADID фильтрация тут просто. Это значит, когда нам в одном транке, тот транк, который я создавал, про который Вячеслав спрашивал, вот здесь вот, да? Здесь у меня привязывается один номер, вот этот вот, допустим. И мы к этому же транку можем еще добавлять еще дидов. То есть по этим номерам, по вот этой пачке номеров, мы добавляем несколько тех номеров, которые нам дал провайдер. И когда нам в АТС приходит, поступает инвайт с вот этими вот дид-номерами, он будет обработан, этот инвайт, вот этим вот входящим правилом и вот этим вот, скажем, вот транком, да? Вот. Это мы сейчас в транке прям вот эти вот диды добавили, да? То есть, соответственно, на все номера, когда будет приходить инвайт, они будут обрабатываться вот этим вот номером. Далее. Во входящем правиле тут тоже вот есть как бы DID. И здесь от одного транка на один транк можно создать несколько входящих правил. Вот, входящие правила, они обрабатывают вызовы со всех транков, которые поступают в ТТС. Вот, и по вот этому входящему диду во входящем правиле вызовы будут обрабатываться АТС и направляться по указанному направлению в, ну, в какой-то IVR, либо на внутренний номер, какой-то внутренний сервис на АТС. Вот, здесь все. Точно так же можно и по caller ID. Можно определить, жестко задать входящее правило по caller ID, и тогда с указанного транка, который здесь будет указан, если вызов придет только с этого номера, caller ID – это номер удаленного входящего абонента, то этот вызов будет куда-то направлен. Это удобно для переадресации на ответственного менеджера, то есть взять какого-то супер нужного клиента и прикрепить к нему какого-то отдельного менеджера, и он будет с ним постоянно работать. Когда от него будет поступать вызов, он будет идти на этого менеджера, и он будет его человек, да? Вот. Его клиент, его пациент постоянный будет. Это как вариант. Второй вариант – это по маске сделать и для Казахстана там как бы разрулить. Третий вариант, не знаю, по каким-то регионам, по каким-то маскам. И вообще ронять этот вызов, отправлять его в рельсу. Вдруг для того, чтобы эти вызовы необходимо забанить, если это вызов всяких спаннеров, там спамеров, всяких телефонных троллей, которые там постоянно звонят в трубу и мешают жить. Вот. Их очень много, они постоянно там звонят, постоянно там мешают. Все, вот это у нас входящее правило. Дальше мы сегодня затронем исходящие маршруты. Ну, вот входящие вот эти вот входящие правила добьем, досмотрим до конца. Сделаем исходящие маршруты, тоже позвоним на внешний какой-то номер. Вот, потом соединим, прикрутим нашу многострадальную вчерашнюю виртуалку, которая сегодня
деплоили. Соединим, попробуем там звонить. Мы тоже некоторые особенности там увидим. Там тоже нужно с маршрутизацией будет поковыряться, поглумиться там над этим всем. Вот для того, чтобы все это как бы сделалось и заработало у нас в системе. Все, давайте продолжим. Видно, отлично. Если видно. Так, вот здесь рассказано про маршрутизацию Polar 1, для чего как бы мы ее разобрали. Вот, Polar ID, она основывается на номере звонящего, и в этом случае, в зависимости от номера звонящего, может входящая маршрутизация определять звонки, распределять в зависимости от времени рабочих часов, праздничных дней и в зависимости от, скажем, шаблона входящего вот этого Caller ID, да? Вот. Вот тут написано возможность использовать номер по маске, то есть 044 звездочка, 2044 звездочка. Годится для Великобритании, а 2044 20 звездочка уже годится для Лондона. То есть если звонят полностью из всей Великобритании, тогда можно направлять звонки в одну сторону. Вот, если звонят только из Лондона, тогда уже направлять звонки в какую-нибудь другую сторону. Вот, для чего вот это вот сделано, да, то есть сюда можно поставить вот такую вот маску. Значит, для входящих правил работает приоритизация, то есть чем выше правило, тем выше у него приоритет. Вот, номер отправляется на вызов, то есть правило срабатывает, и работа дальнейших правил прекращается, если критерию соответствует входящий вызов. По Caller ID, либо по DIT. Вот. Для DIT одна панель, для Caller ID вторая панель. Ну, даже, точнее, даже не панель, она панель для одна для всех. Вот. А здесь для Caller ID и для DIT различные кнопки для создания вот этих вот правил. Вот. И правила по DIT, и правила по Caller ID. Вот. Ну, по Caller ID мы там, наверное, не создавали еще. Так, сейчас мы выберем этот транспорт, сегментовский у нас есть. Как-то будет у нас отличаться. Да, мы все это сделаем. Вот, тут написано, что это правило DIT, а это правило Caller ID, да, вот это вот, как бы, этими отличается. В принципе, там все поля одни и те же. Вот, и в порядке поступления вызова сверху вниз эти правила отрабатываем. Ну, как я уже сказал, что правило работает по маске, вот, по в строчке задается шаблон источника для входящего Caller ID. Вот. И можно также сделать шаблон, в котором будет форматироваться на основании той маски входящие вызовы, вот, на которой мы создадим, скажем, правила подмены, правила замены или правила адаптации Caller ID, я бы так сказал. Вот, и эти правила, они не обрабатываются для букв, то есть только для цифр. Вот, вот эти правила расписаны вот здесь, вот, на русском языке здесь расписано, как делать это форматирование. Вот, то есть можно задать вот во входящем правиле вот такой вот, на вкладке Caller ID, да, такой формат, этот формат будет обрабатываться и заменяться в соответствии с вот этим вот форматом. Вот и тут даже некоторое количество примеров расписано, как вот эти входящие Caller ID можно адаптировать, ну, можно не то, что подменять, изменять, можно приводить в нормальный вид для того, чтобы они отображались на панели телефона верно. Вот, если там восьмерку на плюс семерку поменять, либо плюс семерку наоборот на восьмерку, вот здесь это все, вот это вот все расписано. Вот, когда это применяется, вот, когда провайдер делает приходящий вызов, да, отправляет в неправильном формате, вот, когда невозможно через этот формат перезвонить через другой транк, вот, ну, либо какие-то другие случаи, когда нужно причесать входящий Caller ID. Да. Это настраивается в входящих
маршруте, да, скажем, есть вот эта вкладка. Сип-транк, изменить транк, кулер ID добавить, да? Там все, сип-транк, изменить транк, кулер ID добавить. Сейчас, сип-транк, изменить транк, кулер ID добавить. А, вот, модификатор кулер ID входящих вызов. Вот он идет. Вот он у нас идет. Здесь вот можно завести, скажем, формат и обработать входящий вызов. Так, а что у нас тут было показано для какого-то номера? Это входящий номер, по которому, а это что изменять, да? Вот, правила форматирования входящего, вот они, в принципе, здесь расписаны. Тут они в этом слайде тоже как-то для форматирования тоже расписаны в том или ином виде, но лучше, не знаю, сайт, я, по-моему, кто-то делал, вот тоже смотрел. Вот что-то с помощью этого входящего caller ID подменял. Так, это у нас расширенная настройка входящих правил. Точнее, даже... Да-да-да. Это у нас trunk, но сам... Относилось к trunk, но это расширенная настройка входящих правил маршрутизации. Да, вот. Тема относится к входящим правилам, но это настраивается именно в trunk. Вот в чем особенность. Это у нас были входящие правила. Вот так вот, таким образом, можно редактировать caller ID для входящих вызовов, либо для исходящих вызовов. Для исходящих тоже можно эти вызовы как бы дорабатывать, то есть брать исходную маску, новую маску, смотреть, какие числа фильтровать, да, и какие цифры в этих caller ID исходящих подменять. Так. Также, если требуется внутреннему номеру присвоить свой исходящий внешний номер, то в каждом внутреннем номере здесь в АТС есть вот такой вот исходящий caller ID. Когда мы подставляем этот исходящий caller ID, то invite будет с вот этим вот caller ID уходить во внешнюю линию. То есть будет привязан вот этот вот номер, у нас он еще dot называется, тут он исходящий caller ID. Вот этот вот номер будет подставляться в исходящий вызов на транк. Вот. Ну, в принципе, по входящим все. Теперь исходящие правила. Для того, чтобы выполнять внешние вызовы через какие-то транки, по умолчанию вот так вот взять внутреннему номеру и позвонить на внешнюю какую-то линию, выполнить внешний вызов нельзя. Для того, чтобы можно было выполнить внешний вызов, необходимо создать исходящие правила. Вот, создаются они вот здесь, исходящие правила или исходящие маршруты, он еще называется. Вот. Нажать кнопку «Добавить», нажать «Правила», навести название правила, и он будет у нас называться «ToActiveNet». Так, там телефон начинается у меня на 070. Вот, поэтому здесь вызовы ввести на номера с префиксом 070. Вот, дальше нам необходимо указать, с каких добавочных номеров выполнять вызовы. У меня это Т46, Т48, еще веб-фон вот этот. Но в номерах еще есть понятие такое, как группа. Тут можно либо перечислить номера, либо вообще выбрать группу. Любой номер, который создается на ТЭС, он помещается в группу дефолт. По умолчанию группа дефолт содержит все номера, если принудительно их оттуда не убрать. Вот, я выбираю группу дефолт, нажимаю ОК. Вот и все. Соответственно, я могу по вот этому направлению с любого внутреннего номера звонить по внешним линиям на ТЭС. Да? Но пока еще не могу, поскольку, чтобы выбрать, нужно, соответственно, выбрать транк. У меня есть Generic SipTrunk, который куда-то создавал там тестовый, и есть SipNet. Вот я выбираю SipNet, соответственно, через SipNet он будет отправлять вызов. То есть, точнее, ATS будет отправлять вызов через этот SipNet. Также, для
исходящих вызовов. Для исходящих правил можно указать в первую очередь первые цифры, префикс исходящего набора. Вот. Можно указать номера, либо указать длину номера. Длина номера может быть 5, 7, 11 значный. То есть можно для исходящих различные номера, начинающиеся, допустим, с плюс 7, 968, отправлять через транки Билайн, да? Вот. И тут еще, я вот посмотрю, через запятую можно указать вот эти вот префиксы, несколько префиксов. Вот так. Через которые можно выполнять исходящие вызовы. И точно так же, как у нас есть мобильный для Билайна 0, плюс 7, 968, 900, 903, 905, по-моему, ну не знаю, 965. Так тут их можно перечислить и, соответственно, сделать на Билайн, либо на мобильный. Но, соответственно, нельзя определить, какой номер там на Билайне, какой не на Билайне, потому что там роуминговое или даже телефонное номерное рабство уже отменено. Поэтому обычно, если звониться на другой оператор, то вот эти вот правила, они раньше были справедливы, когда номера соответствовали оператору, да, и отправляли через сим-карты Билайна на Билайн, через МТС на МТС, через Мегафон на Мегафон. Сейчас это вот правило как бы бесполезно. Поэтому по исходящим можно отправить там в Казахстан один префикс, да, для вызова. Вот. И указать длину номера, и указать, кому можно звонить на эти номера. Соответственно, вот здесь вот в исходящих транков для исходящих маршрутов можно указать до 5 транков. То есть 5 транков это максимально. Когда один транк станет недоступен, либо канал будет занят, 3CX перепрыгивает на следующие транки. ИЦХ будет выполнять попытку вызова со следующих транков. Вот. И здесь также, если для удобства вызовов для внутренних абонентов выбирается какой-то префикс, допустим, не через плюс семерку, и не могут звонить, да? А внутренние абоненты могут через восьмерку или через девятку звонить на внешнюю линию. У них вот есть правило, допустим, да, для внешних набирает девятку и дальше номер мобильного. 9, 8, там 968 и дальше. Вот. Либо ну, через 0, вряд ли, я не знаю, 0 где-то используется, не используется. Через 0 может быть используется. В Европе там в основном там просто десятка используется. Вот, может быть и через 0. Но через 0 реже, я где-то видел, через 0, что-то где-то видел. Вот, а так восьмерка и девятка используются для внешних. Вот, если необходимо обрубить первую восьмерку, да? Так, стоп. Нет, не так. Здесь показано, сколько первых цифр нужно удалить. Здесь не ноль, либо девятку. Здесь показываем первую одну цифру, либо первые две цифры. До 9 первых цифр можно удалить с помощью вот этого вот значения. Если мы указываем двойку, то мы удаляем две первые цифры. А так указываем единицу, то у нас первая цифра удаляется. И вот здесь вот можем добавить, с каким префиксом отправлять исходящие вызовы на внешнюю линию. Допустим, плюс 7. Да? Восьмерку здесь отрезаем и набираем через плюс 7, отправляем вызов. Вот, в принципе, вот так вот. Все. Вот, давайте этот транк сохраним. Так, и здесь 0,70 и 0,80 я указываю. Вот, соответственно, отсюда я могу позвонить вот на вот эту 3CX приложение. Вот, но я должен знать этот номер. Я попробую сейчас позвонить. Так, у меня номер здесь, который указан в сип-транке.
Вот он, 0,70. 0,36,0. Так. В этом приложении, вот я вызвал клавиатуру, да, вот. Вот здесь вот вызывается клавиатура. И должен набрать 0,70. 47-48. Все, набираю номер. У меня вызов пишет, что идет от 070-36-0. 0-36-0. Раз, два, три. Раз, раз. Все, отключаем, завершаем. Вот. И, собственно, завершаем. Все, завершили. Так. Это у нас исходящие правила. Для исходящих правил у нас есть еще завтрашний слайд. Вот. В них указано, что для исходящих вызовов должно быть совпадение правил. Либо по перфиксу, либо указаны, то есть префикс тоже можно не указывать, можно просто перечислить добавочные номера, да? Либо по длине номера, либо группа. Вот одно из вот этих вот четырех должно правило быть указано. Тогда будут возможны вызовы через этот тран. Соответственно, если ни номер, ни группа, ни добавочная, ни группа не будет указана, ни длина номера, ни префикс, то с этого номера не смогут набрать. Вот. Да, префикс и длина, префикс либо длина номера с добавочных, либо с группы. Тут нужно вот группу указать, либо с какого номера исходящего звонить. Вот, исходящее правило. Вот этот, либо вот этот, и один из вот этих должен быть указан. Вот так вот здесь вот написано. Вот, соответственно, правила работают по приоритету сверху вниз. Первое правило, которое вызов поймало, оно отправит вызов на тран. Вот, и тут также показано, что можно через запятую указывать несколько вариантов значений вот этого поля. Да, тут я через запятую указал, тут можно номера через запятую указать. Вот здесь вот добавочные номера перечислить. Вот и, в принципе, вот эти вот поля можно указывать через запятую, также вот через минус. Вызов с вот таких вот добавочных номеров также можно указать через минус. Вот. Дальше. Здесь указано, что вот эти вот правила исходящие, и транки, которые перечислены в исходящих правилах, могут использоваться для блокировки исходящих вызовов. Для того, чтобы отлавливать и блокировать вызовы на внешние направления по ненужным маршрутам, допустим, есть страны, в которые нельзя звонить, или есть номера, на которые тоже нельзя звонить, то мы помещаем это правило, создаем блокирующее правило. Вот, и в это правило не указываем ни один тран. То есть это правило будет ловить входящий вызов, точнее даже исходящий, от телефона, IP-телефона, на какую-то внешнюю линию. И никуда его не отправлять. И не отправлять ни на какую внешнюю линию. Вот это правило блокировки. Вот, соответственно, так, здесь... Даже вот есть отдельно блок calls. Вот, можно вот выбрать, да, блок calls отдельно, блокировать. А здесь вот как раз выбран сигнет. Вот, и вот сигнет он первый будет отрабатывать. По умолчанию у нас все остальные как бы блокируются, и вызовы идут только по первому. А если выбрать все, то все вызовы, которые вот с данной маской, они будут блокироваться.
не будет выполняться восходящих вызов. Это правило блокировки. Вот. В восходящих правилах нельзя использовать маски с теми номерами, которые используются во внутренних номерах. То есть во внутренних сервисах. То есть если у нас в масках во внутренних сервисах используются какие-то входящие, какие-то, собственно, номера, допустим, сейчас 800, там 999 у нас есть. Да, вот у нас номер 999 бывает. Вот, сейчас я его найду. Вот, то, значит, по номерам сервисов, если их добавить туда, вот эти исходящие правила, они как бы не будут работать. Все вызовы пойдут на внутренние вот эти номера. Ну, это голосовая почта, это конференции, очереди, группы, переадресация и так далее. Вот, вот эти вот системные добавочные номера, они являются номерами сервисов, то есть на них не зарегистрированы IP-телефоны. В АТС есть отдельно номера для регистрации IP-телефонов. Да, вот они. Вот. Есть отдельно номера для голосового меню. И другие номера для групп вызовов, для очередей. У каждой есть свой номер. Вот. И значит, эти вызовы исходящие, они для вот этих вот добавочных номеров работать не будут, когда маска этого номера, правило вот это вот совпадает. Вот. Для того, чтобы избежать, необходимо выставить очередность правил так, чтобы правило добавочного номера находилось сверху. Вот. И для исходящего правила нужно указать блок для всех пользователей добавочного номера. И указать исходящее правило, чтобы не содержало добавочного номера либо группы. Так, тут вот показано, как это реализовать. Так, extension group, support, звездочка 09. Это блокирующее правило. Оно блокирует. Для вот этих вот префиксов плюс 0.9. Вот у нас создается block all user extensions. Создается вот это вот правило. Вот, то есть для пользователя нужно создать правило, блокирующее вызовы с этого номера. Точнее, на вот эти вот номера, и вызовы разрешить для системных внутренних добавочных номеров. Вот. Также здесь показано, что для исходящих правил создается как бы наиболее выгодный исходящий маршрут. Значит, исходящие правила необходимо настраивать для оптимальной стоимости вызовов через определенные линии. Да? Допустим, для мобильных номеров используются линии там, на какие-то мобильные шлюзы, на междугородние шлюзы, международные и междугородние вызовы используются, допустим, какие-то SIP-аккаунты у нас, вот Mango Telecom используется. Вот, и соответственно, исходящими правилами это все настраивается, определяется. Также с помощью исходящих правил настраиваются вызовы через мосты. Вот, и соответственно, чтобы определить приоритет вызовов, если у нас несколько идет исходящих правил и несколько транков используется, для того, чтобы не запутаться, не перепутаться,
Да, нужно как бы за всем этим правильно следить и правильно настраивать исходящие маршруты. Если у нас много транков и, соответственно, много номеров, много пользователей, вот, то по исходящим правилам эти префиксы, эти маски могут пересекаться, и, соответственно, в рамках приоритета сверху вниз эти правила будут работать, и первое правило отработает. Также, если у нас на какой-то удаленный АТС, соединенный с АТС с помощью моста, настроен, используется та же самая нумерация, которая входит вот в этот префикс. Либо у нас префикс совпадает с каким-то внутренним номером сервиса, как я уже указывал. Вот, тогда необходимо за этим всем следить, вот, для того, чтобы у нас вызовы правильно проводились, производились, выполнялись, совершались. Вот, все. Так, через исходящее правило мы настроили вызовы на оператора SIGNET. Сейчас мы давайте соединим нашу вот эту вот АТС, которую мы настроили, PBX-235, с нашей АТС, которая на Microsoft находится. Вот я здесь собираю адрес HTTPS. Вот, и здесь для моста, да, кстати, мы должны перейти в мосты, вот мост, да, здесь раньше был мост, сейчас мы должны его тоже найти, так, этот мост. Они, мосты раньше были здесь, чуть ниже, а сейчас мосты у нас переехали в сиптранки. Вот, для того, чтобы создать мост, просто нужно добавить, значит, мост бывает двух видов, мастер и слейв. Мастер – это учетная запись, на которой будет регистрироваться удаленный узел. Соответственно, у нас есть АТС, которая находится за NAT, причем она на нашем пунктосервере. Вот. И за NAT она попробует зарегистрироваться на мастер-узле, на вот этом. Значит, здесь на Microsoft АТС, который находится на Azure, нужно добавить мастер. Нужно... Да вот, New Master Bridge. Я название его сделаю Core Office, да? Или Master Office. Office Master. Все, создаю этот мост. Вот, теперь на этот Office Master, он у нас красный, я должен зарегистрировать удаленный АТС, который у нас находится... Здесь, в нашей вот сети. На этой АТС я должен создать тоже мост, но уже слейв будет. Значит, регистр будет уходить с моей слейв на мастер, на удаленную АТС. Этим способом я объединю две АТС, и две АТС могут звонить друг на друга по внутренним номерам. То есть, если на одной АТС, на вот этой, с номерным пулом четырехзначным, наберу на 306, допустим, то у меня вызов уйдет сюда, если я напрямую буду набирать. Если в обратную сторону, то вызов уйдет с той станции сюда, на эту станцию. То есть, они будут связаны между собой по внутренним номерам. И таким образом, одна станция может находиться за NAT, а на второй станции все-таки нужно публиковать порт 5060, ну, либо 5090, если будет использоваться мост. Давайте сейчас сделаем Slave Office. Создаем Slave Office. И по вот этим вот добавочным номерам 1002, и здесь вот у нас даже есть парольчик, да? По вот этому 1002... И парольчику мы будем использовать вот этот вот как бы пароль. Логин и пароль. Мы с помощью этих данных авторизации зарегистрируем
нашу удаленную станцию. Точнее, нашу внутреннюю станцию, но удаленную. Вот, по-моему, там все одинаково, я ничего не пропустил. Сейчас, так. Да, соответственно, у нас этот IP-адрес нужен, поскольку этот адрес доменный, да, доменное имя. Вот он. Можно по IP-адресу, в принципе, его отпустить. Вот. Все, ввели. Сейчас он отправляет регистр. И тут идет регистрация. Должна пойти. В сетранках мы уже видим офис мастера. У нас получил запрос регистрации. И вызовы как бы должны уже выполняться. Вот. Две станции у нас соединены мостами. Оба светятся зеленым цветом. На слэве и на мастере. Но вызовы между ними выполняться не будут. А вот не будут, потому что нужны мосты. И вот эти вот мосты, нет, нужны исходящие правила для мостов. На одной АТС и на второй АТС. Сейчас у меня открыта офисная АТС в пределах нашего НАП, в пределах нашей сети. Вот. Я для нее создаю правила, чтобы можно было с этих телефонов звонить. Я потом еще притащил телефон вот этот. Я его зарегистрирую, чтобы с него можно было набирать. Вот, исходящее правило, да, создаем исходящее правило для моста. Мы здесь в маршруте исходящим используем slave office, да, slave office это транк. То есть мост это не что иное, как транк, который соединяет нашу АТС и удаленную АТС или АТС на клауде, которая находится. Вот, у нас есть отдельно по мостам тоже слайдик, мы его там пролистать попытаемся в конце, я сейчас вот эту практику покажу. Так, название правила. По исходящему у нас будет называться to. Office master. Я создал это правило, но я через него сейчас не могу звонить. Я здесь должен указать префикс. Он будет начинаться с тройки, поскольку у меня вот здесь только третьи номера есть, да? Вот. Только начинающиеся на тройку. Я их так сам задавал. Вообще тут могут любые номера. На единицу, на трехзначные. Они будут с тройки начинаться. Длиной будут три. И в группы, которые будут звонить все. То есть я всем внутренним пользователям в группе Default разрешил выполнять вызовы на удаленную эту АТС. Вот, все, у меня телефон доступен стал. 1174, сейчас он пытается куда-то регистрироваться. 1174. Вот он. Да, никуда его не пускают. Админ. Админ. Так, пишем 250-168. Пишем. Вот. И здесь мы должны написать наш логин. 3002. Этот вот номер ввести. Этот вот номер, который у нас был создан. 3002 для Т28 номер. И вот здесь вот забрать параметры для регистрации телефона. Все, забрали, пробуем регистрироваться. Соответственно, этот телефон у нас должен быть какой-то внутренней сети. Мне нужно найти розетку с 253-м. Номером. И опять же, 253 это другая сеть. Возможно, он из-за НАТО не может подключиться. Вот. Из 253 сети он получит и попробует подключиться. Сейчас его потыкаю в разные розетки. Если он по Е получит, то будет хорошо. Так, здесь нету. Здесь вот может быть. А, все. Нам с вами повезло, его даже видно.
Я его поставлю вот с этим телефоном. Сейчас он у меня загрузится. Соответственно, у нас еще, один телефон, да? Должен появиться. Там адрес 253 на нем будет. Из этого, из-за нашего НАТО. Вот, то есть мы тут выяснили, да, что в схеме из-за внутреннего НАТО вот здесь вот. Этот телефон вот здесь оказался. Вот он. И вот он так вот пытался зайти. Надо его чуть ниже опустить сюда. Вот так он пытался зайти на B3CX, который в этом сети находится. Вот сеть 168. Вот сюда перемещу. Вот. Он не смог. Ни этот, ни тот не смог. Да, я все, я его ткнул в сеть номер 253-181. Айпишник он получил, и все. У него этот номер 3002 моментально зарегистрировался. То есть у меня из-за НАТО, вот у меня роутерчик там есть, с антенками. И через эти антенки не получается ходить. Не выпускают эти антенки. Все, Т-28, он у нас Т-46 еще. 46G даже. 46S это 46G. Вот, я в нем вручную настроил аккаунт на втором 3CX. Вот он. Он мне светится зелененьким. Ну да, вот он засветился зелененьким. И плюс еще... зелененьким засветился. И плюс еще он не настроен с помощью автоматического режима настройки. Интерфейс у него указан вот этот, не семинар 3CX, то есть моя 3CX. Вот, и я с него могу звонить. Вот, для чего я с него могу звонить? Ну, для того, что я создал исходящий маршрут. Для чего я как бы его настраивал, для чего я все это... кухню все настраивал, да? Вот. Через вот эту вот систему я сейчас буду звонить на вторую систему, которая находится в Microsoft. То есть я беру вот этот телефон, который у меня здесь внутри. Кстати, он уже не внутри, он уже вот здесь вот живет. Но он живет в этой сети, но в другой. Я сейчас эту сеть для него не буду указывать. Это телефонный VLAN, который получается из 253 сети. Он сюда вот прикручивается, поступает к телефону. Прям прописывается от DCP сервера. Ну, неважно. Будем считать, что он 250-й сети, условно. И он зарегистрировался сейчас на этом 30. Вот. Я с него попробую позвонить на сам... через 30 позвонить на другой 30. Они у меня, эти телефоны, все добавлены, эти номера. Ну, там их всего два, они в группе дефолт. Вот, и здесь вызовы с префиксом 3 и длина вызова 3. Я хочу позвонить на тот же 302, который у меня здесь в этом присутствует, да? 302. 3002 выбираю. 302 звоню. И все, по звонам я ушел. Вот у меня, как бы, экран закрылся бледным цветом. Вот, в этом бледном цвете тут у меня есть Т28, сразу имя которого. Вот, у меня как бы не то, что появился, цвет одинаковый, у меня, ну, то есть экран границ нет. Сразу бледным цветом закрылось, и в бледном цвете у меня засветилось. Вот, вижу. Приложение 3CX у меня отобразило вызов. В другую сторону, если я захочу позвонить, да, я посмотрю историю. А, да нифига у меня не получится. 3002, вот на второй АТС, он плохо ему станет все. Я уверен в этом. Все, видите, он миссит кол там, все, он роняет вызов там. А почему плохо? Да потому что у меня вот здесь вот исходящий маршрут, он вот на этой АТС не создан. Я не могу по исходящим правилам звонить только на сипнет с помощью вот этого телефона или там софтфона. Только на сипнетике могу звонить, и все. Который создал. Вот. Давайте еще здесь добавим исходящий маршрут для вот этого вот транка.
Название правила у нас будет Tool Office. Tool Branch Office. Или Tool Office просто. Вот это у нас Mine 30X, да, основной. А там будет офис. Microsoft написать, а то, ну, какая разница, без разницы. Вот, но Trunk у нас будет назвать Office Master. Ну, хорошо, Tool Office Master. Master. На Tool, вот этот Trunk. Обычно Trunk, по имени Trunk вызывают скорейший маршрут, делают. Называю его так. Вот, вызовы будут с префиксом тоже тройка. Я там предварительно создаю номера с тройкой. Тройка. И длина вызовов будет 4. Вот, но здесь я разрешаю звонить только определенным номерам. Я разрешаю вот этому, ну и, собственно, вот этому. Так, чему-то мы еще чего разрешить? Вот этому. Вот это у нас 302, по-моему, да, здесь 302. Это и 46, это 306. То есть я здесь перечислю. Вот я создаю. Ну, ладно, попробую так вот открыть. Открыть, открыть, открыть. Здесь у нас будет 302 веб-клиент, вин-клиент, то есть вин-клиент. И здесь у меня будет 306. Это Т46. Я через запятую укажу добавочные номера. Все. Это исходящее правило для branch office. Соответственно, префикс номера 3, длина 4. Но там может быть такая вот фигня, как префикс номера 5 и длина 5. А длина номера 5, это для маленьких городов, может быть, использоваться для внутренней нумерации. Раньше, по крайней мере, такое работало. Ну, допустим, в Белгороде, да, там были номера на пятерку. Вот, тут, ну, как бы, я не знаю, нет, не было никогда в этих пригородах, там, по-моему, все номера одинаковые. А вот раньше, далеких там, еще до 2000 года, по-моему, вот. Там были номера на пятерку. Может быть, раньше, не помню. Вот. В маленьких городах могут быть такие номера, остаться еще на АТС. То есть там могут не добавить префикс. И по этим номерам, вот в этих, скажем, через эту АТС, да, если вот напрямую набирать, вот, и там будут использоваться вот в этих маленьких городах такие 30X, то они могут конфликтовать с пятизначными номерами, по пятизначным номерам с вот этими вот офисами с пятизначной нумерацией. Если мы здесь выберем пятизначную нумерацию, то сюда мы уже там не сможем позвонить. Тогда нужно там создавать вот эти правила, которые там были описаны в исходящей маршрутизации в расширенной настройке. Вот. Но сейчас я создал эти правила. Отсюда для 302, 306 я позвонить смогу. А 300 следующий, у меня тут камера, опять я должен камеру шатать. У меня два телефона есть, один. С вот этих вот я звонить могу, с вот этого и вебовского телефона, и вебовского, клиентовского телефона. Так, 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 сейчас я хочу менять, его не видно, сейчас у меня видится, вот они два телефона, экраном все видно. Вот. С вот этого и с ноута я звонить могу, потому что у меня перечислено 302, 306, а с вот этого не могу. Давайте сейчас попробую, 3002 наберу, да даже не так я буду 3002 просто набирать. Да, с этого работает, 306 работает, да, поскольку его сюда внес. А 308, ну 308 же, да, 308. Вот, нет, 301 тут нет. 301. А 301 у меня, видите, блокирует вызов. То есть он не внесен сюда. Он же не сможет звонить вот через этот маршрут. Мы сейчас еще по исходящей маршрутизации проверим одно правило, да?
Вызов сейчас идет, вон, горит, звонит там, намигает на мобиле. Он мне так, он постоянно так мигает. Вот. Видно. Я еще сейчас создам одно хитрое правило, я назову блок. Блок. Вот. И вот мы будем считать, что на этом телефоне у меня какой-то плохой сотрудник живет, который любит звонить по всяким там номерам запрещенным, да? Я называю его блок, вызываю, набираю на вызовы на номера с префиксом, а что у меня там тройка? Тройка была. Размерность номера 3. И добавляю сейчас сюда вот этот вот номерочек, который будет у меня называться 306. Всего лишь один. Вот. Все, нажимаю ОК. Нажимаю ОК, все, я у этого абонента помещаю просто вот так вот, беру и передвигаю. И посмотрим, что ему сейчас будет. Везде запретить, везде блок, в английском это блок считается, да? Так, префикс будет 4, длина точнее 4, там 3002. У меня был номер 3002. Вот. Здесь у меня в истории будет светиться 3002. Я еще раз пытаюсь звонить. Все, видите, у меня временно недоступно пишут. То есть я уже не могу позвонить. Отсюда, ну, чтобы нагляднее было видно, я вот могу звонить на 3002, он вызов идет, он тарабанит. Я могу, кстати, дальше вот, вот эту штуку сделать, чтобы я не обманывал. Он действительно звонит, вот мне действительно звонит. Все, теперь действительно не звонит. Вот, я сюда вот сейчас внесу на 302, которым я тут жил. Вместо 306 я блокирую исходящие вызовы для 302. Нажимаю ОК. Все. И все, он уже не позвонит, уже все, уже ему дорога перекрыта. Вот. Этому товарищу дорогу перекрыто. Это блокирующее правило. Голосовое меню. Называется оно 800 тест. Сейчас я в него что-то там добавлю. Сообщение стандартное. Russian from set. Я не знаю, что он будет звонить. Мне сюда показывают. Я могу просто его создать. Записать с помощью 306. Да, записать. Вот, пишем. Звоним на 306. Называем имя аудиофайла, мы называем его AVR1, 1.RAV. Все, сейчас он мне позвонит. Он не хочет говорить, печальный его телефон. Так. Нажал он, звонит. Все, теперь отзвонит, да? Правда, это следующая тема, главное. Запишите сообщение. Затем нажмите. Нам понадобится просто. Так, добрый день, вы позвонили в компанию Эпиматика. Пожалуйста, наберите внутренний номер абонента. Нажимаем. Для сохранения сообщения нажмите 0. Ваше сообщение сохранен. Наше сообщение сохранен, отлично. Вот здесь. Так, там мы на этот тест позвонили. Вот он, да. 800, и мы 800 там тест загрузим. Вот, все. Так, теперь, что у нас тут дальше? 800. Вот, как раз, если номера начинаются с восьмерки, вот, они могут пересекаться с вот этими исходящими правилами. Вот мы сейчас попробуем это симулировать. Так что мы сейчас набираем 800. Так, добрый день, вы позвонили в компанию Эпиматика. Все, есть, да? Так, вызовы с префиксом 8, вызовы на номера длиной 3.
И 302 у меня будет... Звонить по этому номеру будет... Вот, да, исходящее правило, оно для внутренних не отрабатывает, получается. 8, да, с 302, да, для внутренних номеров оно будет не отрабатывать, да? Не отрабатывать. То есть вот эти вот префиксы, так, а если я длину уберу, то он с 8 тоже не отработает, внутренние номера они так и будут отрабатывать. Если, то есть внутренние номера всегда в приоритете находятся, он блокировать не будет. 302. Все, вижу. Да, они не блокируются. Нельзя так по внутренним номерам блокировать, то есть... Блокировать вызовы с внутренних на внутренних нельзя. Эту плюху я проверил, эта плюха не работает. Блокирующие правила не создаются. Так, 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 дальше. Так, по транку мы вызовы сделали, да? По транку между АТС мы вызовы тоже сделали. По вот этому вот мосту, бриджу, Bridge Slave Direct. Вот. И тут также есть еще одна штука. Я тоже сейчас хочу ее показать. Вот это у меня АТС была на IP-адрес, на сетевой адрес, который у меня, по-моему, в Уране вот здесь. Будет тренинг один вчерашний, да? Соответственно, сюда мне должен прийти вот этот вот дамп. Я хочу снять дамп и показать, какой у нас недостаток в этом... Сейчас в мосте. Вот. Хочу снять дамп и показать. Поддержка. Создать файл техподдержки. Вот нет, стоп. Даже не здесь. По-моему, это не здесь. Делаю не то. Главный. Здесь вот события SIP. Захват трафика. Все, он точно. Его не убрали. Он здесь есть. Он здесь живет. Ура. Нам не нужна эта почта. Мы ее завтра посмотрим через почту. Может быть, посмотрим, если доживем до завтра. Так, адаптер у нас есть, все интерфейсы, все, захват трафика, да? Сейчас я выполню позвон. Так, с этого хочу, не хочу выполнять. Выполни вызов. Ладно, я выполню исходящий вызов себе на внешний вот этот вот сервис. Выполни вызов. Через вот это вот АТС, на АТС снимается сейчас дам. Я выйду и выполню этот вызов, куда я там звонил. На вин-клиент я звонил, вот, меня видно, хотя голову мою не видно, как будто ее не надо. Так, send. Да, вызов у меня идет, поступает вот в это вот приложение 3CX клиент. Я отвечаю. Алло. Вот, да, у меня есть вызов. Завершаю. Все, останавливаю дам. Останавливаю, останавливаю. И его качну сейчас. Вот он у меня дамп. Да, дамп.пикап называется. Открываем и смотрим. У нас тут одна интересная вещь. Ну, такая беда у нас есть, что у нас позвон. Сейчас мы увидим позвон. Вот мы открываем дамп Wireshark. Видим, что у нас вот наш АТС на вот этот вот адрес майкрософтовской системы, где у нас прощается виртуалка удаленная. У нас незащищенный канал, то есть у нас все видно, как на ладони вот здесь вот все. По-моему, даже тут РТПшечка ходит, и даже вот это можно послушать. То есть если кто-то станет крокодильчиками посередине между нашей АТС, которая у нас внутри сети, и облачной АТС, то он будет совершенно спокойно собирать вот эти данные, внутри которых
будет информация полезная для этого злоумышленника. Фактически, используя тот же Wireshark, да, можно взять и PlayStreams выполнить. Вот, PlayStreams. И вот у нас что тут хорошего видно. То есть, я не знаю, как. Слышно, не слышно, микрофон там. Вот, то есть все записи разговоров, куда звонил, что звонил, они видны. Вот, если у нас это не тестовая среда, а коммерческое предприятие, то это, соответственно, очень плохо, что это все делается. Вот, и чтобы это не было слишком плохо, для этого у нас необходимо настроить на вот этом вот открытом канале моста установить туннель. На основной системе мы включаем туннель. И здесь нам, по-моему, необходимо внести IP-адрес, который вот здесь вот у нас сохранился. Что, что эту страничку не закрывал? Иначе я сейчас там до сих пор бы мучился искать этот IP-адрес. Так, вот здесь вот у нас есть. Так, а второй адрес мы вообще из дампа вытащим, да? Microsoft. Я сделал вот эту вещь через туннель. Офис мастер включил по туннелю подключаться. Так, и тут еще. Ну, это мы потом попозже посмотрим. Мы потом откроем слайд для этого и посмотрим слайд, что написано. А здесь мы вернемся к нашему туннелю в Slack Office. И в Slack Office мы тоже настроим подключаться через туннель. А вот у нас тут все правильно. Семинар 30x.ru. 30xMSK, не знаю, где MSK называется. Да, точно MSK. Так, 5090. Все. Ну все, дело в шляпе. Посылаем через туннель. Включили этот туннель. Я вот не знаю, может все заработает или нет. Вот мы его на обеих сторонах включили, он теоретически он должен сейчас у нас уже зашуршать этот туннель. То есть вот этой вот трассировки, которую мы здесь видели, да, вот этих вот безобразия, которое у нас появилось. Вот, это все. Оно должно быть видно только с одной ноги, только со 181 телефона, который у нас вон там стоит. Розетка, стенку включен, торчит из стенки провод. Вот. Только вот эта нога должна быть. Второй ноги быть не должно, поскольку вторая нога должна уйти на туннель. Да, но еще такой прикол, что она может уйти с этой АТС. Это же изнутри АТС снимается там. Вот. Он уйти должен через туннель. Теоретически ее здесь быть не должно. Я вот не знаю, она будет, не будет. Сейчас мы ее попробуем найти. Единственное, да, что если снять дамп самого роутера, дамп снимается с интерфейса, а туннель делается на уровне приложения. Все, поэтому через интерфейс, через самый интерфейс сетевой не должен поступать трафик. Ну, как бы он не должен там идти, это я знаю. Сейчас посмотрим, он туннель у нас заработал, не заработал. Вот делаем захват трафика. Да, давайте на него позвоним. Давайте с него позвоним, чтобы частоты эксперимента. Все, он не звонит. Temporary он волнует. Чисто. Там, по-моему, этот вообще Трамп развалился. Туннель настроен. Трамп. Все, кушать сюда. Не нужен мне позвон. Так. Офис мастер. Ну я из-за НАТО настраивал эти туннели, они работали.
На туннеле этот настраивал, он точно работал на секундную. Изонатом. Я не думаю, что из-за того, что у меня эта система изоната, он не может туннель задержать. Должен работать. Беда какая-то сегодня. И тут ничего, никакой информации нет. Завелся, по-моему, не завелся, да и зелененько. И все. Так, ну мы сейчас на этой виртуалке удалим правила нисходящие, блокируем. Оно его тут умрет. Вот. И с этой виртуалки сейчас вызовем вот этого правила, которое мне запрещало вызывать удалить. Вот. Удалить. Вот с этого виртуалки мы вызовем 2002. Нет, все, туннель работал. В ту сторону, в эту сторону не заработал, в ту сторону заработал. Заработал. Вот. Да, и тут же опять, если вот отсюда идет вызов туда, да, если мы тут крень удаляем, исходящий маршрут, да, то он у нас не звонит. А 3002, все, миссию пол, все, беда. Вот, но в сип-транках у нас еще есть туннель, сам туннель. И тут можно выставить принтник, исходящий маршрут для вызова на МТС. 4, да? Поставить. Сейчас мы поставим, посмотрим. 3000. А. Понял, 3000. Я напрасно не удалил, не получается отсюда. Не получается, не получится, не будет звонить. Обязательно нужно длинная номер. Тут. Бо. Стройки начинается. 4 его длина, 302, 306. Такие, все. Офис 302, 306. Тугой мой. Но думаю, что скоро зазвонит. Так, я тут не выбрал маршрут, естественно. Вот это, нужно было экран выбрать маршрут. Ну, сейчас. Есть история вызов хотя бы? Что такое? Все, есть, позвони, есть. Раньше тут была история вызов. Ты вот раньше была, сейчас у меня тоже осталось. Все, вот она наша основная АТС. Идет. И что мы хотели проверить? Я хотел проверить вот этот вот вызов и снять его события трассировки для того, чтобы видеть, что там не идет СИП-сигнализация. Все, вызываю, завершаю, останавливаю, снимаю дамп. Дамп снимаю. Ага, и все, у меня здесь одна нога. То есть вызова у меня два. Одна нога у меня от телефона на АТС. А второй ноги у меня нет. Вот, вторая нога здесь была, когда не было секьюрного соединения между мостами, между двумя АТС-мостами. Там не было выбрано использовать туннель 3CX. Туннель нам дает секьюрное соединение. Мы здесь могли слушать и смотреть номера, куда звонить. А потом мы это включили, и все. Теперь вторая нога не видна. Вот. Не видна. Итак, у нас сработает защита соединения для туннеля. Вот. Ну, в принципе... Ну, мосты как бы рассмотрели, сейчас если я что-то пропустил,
Мы сейчас залезем, посмотрим, почитаем это дело. Да, тут, конечно, еще много информации. Вот. Ну, во-первых, да, тут показано, что используется Master Slave. С помощью мостов можно соединить не только две АТС, а еще и большая часть АТС. Ну, соответственно, используя Master Slave, можно делать такие топологии, как звезда, когда одна центральная АТС, несколько branch офисов. Вот, соответственно, между branch офисами тоже нужно соединять между собой, для того, чтобы они могли между собой звонить, а не через первого АТС. То есть транзитом как-то, наверное, не совсем получится это делать. Вот. По 50-90 через всякие НАТы, фаерволы, с помощью туннеля соединяется, как также телефоны, вот тут телефон нарисован, да, какие-то АТС. АТС находится в сублокальных сетях, у нас похожая ситуация. У нас немножко тут, конечно, не так, как здесь нарисовано, да, не два фаервола. У нас там два фаервола, только один внутри другого. Тут они два различные, между ними внешняя сеть, если на интернет. А тут один входит в другой фаервол, вот, такого плана. Через один даже у нас не зарегалось, там, роутер не долазит, пакеты разбирать, не знаю. Вот. Мастер делает на себе учетную запись и ждет на него процесса регистра. Значит, если используется 50-90, то этот регистр и весь сип-трафик идет через туннель. То есть мы сип-трассировки его не видим. Это минус, но это плюс в том, минус для диагностики, что мы видим трассировку, но плюс в том, что нас не будут послушать. Вот, да, тут мы это все делали, это все проделывали. Вот, и также здесь указывается префикс вызова на мост. Вот можно здесь указать вот префикс вызова. Да, и это подключающий узел. Есть подключаемый узел, который слейв, который может работать через PC-туннель. Он отправляет регистр на мастер, создает порт 5090. Вот это создается слейв. Естественно, номера вот эти учетные записи, да, и парольчики должны совпадать по регистрации. Вот так создается мост. Через мост могут публиковаться статусы присутствия, BLF-статусы, статусы в панели личного кабинета на АТС. Вот. И, соответственно, эта система статусов присутствия в зависимости от версии, какие группы добавочных номеров должны отображаться на удаленном мосту, на удаленный АТС через мост. Это на всех версиях показывается. Это дальше в дальнейшем в настройках профилей, в настройках шаблонов профилей мы будем. Вот, дальше. Какие пользователи должны получать информацию с удаленного моста, указывается в Pro Enterprise версии. И статусы присутствия доступны в 3CX-клиенте или 3CX-веб-клиенте. То есть это отошел на обед, зеленый, красный, оранжевый. Вот. А настольные телефоны, они не могут использовать BLF-информацию. То есть информация BLF для телефонов, когда настраивается на одних, она не проверяется с удаленной АТС. То есть вот тут так и написано, что нельзя проверять вот эти статусы белые с удаленным кодом. Значит, в дополнительных настройках, мы их там видели, в настройках моста есть там статусы присутствия. Ну вот в частности у нас тут сейчас кроме этот мостик. Вот. И вот здесь вот разрешать входящие, исходящие, поддерживать реинвайт, реквестис, проксировать аудиопоток, SRTP даже можно включать. Мост, только на обеих сторонах он должен быть включен. И плюс еще по статусам информация, как публиковать и как получать информацию от пользователей. Вот.
для удаленных АТС. Тут выбирается группа с определенно настроенным профилем. И здесь тоже выбирается, а здесь уже выбирается пользователь. Здесь выбирается группы, которые будут публиковать статусы пользователей удаленной АТС. От этой АТС для удаленной АТС. А здесь вот получать статусы IP-адреса. Сервера. Да. Тут получать информацию, тут нужно ввести IP-адрес по HTTPS, от которого будет забирать эту информацию. Вот, и здесь вносятся пользователи с правом просмотра статусов на удаленный АТС. То есть эта галочка, это публикует статусы групп, номеров в группах. А тут добавляет пользователей, выбирает пользователей, которые можно просматривать статус на удаленном АТС. Вот так. Вот. И тут в зависимости от лицензии тоже работает по-разному. То есть на версии Pro можно просматривать, получать информацию по статусу пользователей. Вот. Ну вот, собственно, статусы там красный, зеленый, синий. Сейчас у нас должно быть два веб-клиента, чтобы пробовать устанавливать статус. Ну, либо два клиента на компьютере, вот для того, чтобы это все проверять, проверить. Вот сейчас, наверное, это не будем делать, просто посмотрим, как это описано, как делается. Просто времени уже, наверное, нет. Вот, и тут написаны номерные планы, в принципе, которые мы устанавливали. Ага, вот он, да, четырехзначные номера, например, 2XX, а ну сейчас посмотрим. Мастер мод, четырехзначные, 3X5, CSLF, да, 3X, номерной план, 3XX, номерной план, 4XX, префикс. Вот он. Мы в исходящих маршрутах устанавливали правильно, а тут там эти иксы не надо. Вот. Для правильного распределения вызовов необходимо настраивать в исходящей маршрутизации тоже, особенно если у нас на некоторых АТС есть одинаковая нумерация. 3002, там 3003 на 2 АТС, да? И у нас две АТС соединены мостами. Соответственно, нужно правильно планировать исходящие маршруты для того, чтобы производить правильную отправку. Там нужно отлавливать специально по вот этому определенному номеру. По маске это не пойдет. Просто туда забивать полностью номер. И длину номера забивать правильно. Тогда он будет правильно маршрутизировать. То есть там нет таких масок с помощью иксов, допустим, Z. Вот. Шаблонов нет, просто есть в исходящем маршруте просто префикс и просто длина номера. Вот. С помощью нескольких правил можно как бы сделать данное распределение. Вот. Он тут еще показан какой-то пример, там через девятку, как можно звонить. Да, еще плюс, используя исходящий маршрут, можно, например, если у нас два различных, 3002 и 3003, на различных АТС, можно просто на одну АТС сделать через девятку, набирать вызов исходящий, а на второй через восьмерку, и, соответственно, обрубать исходящими маршрутами. Они будут обрабатываться по приоритету. Вот. И тогда абонент уже сам будет знать, на какой АТС позвонить, если у нас на двух АТС одинаковые исходящие номера. И тут показан метод соединения трех АТС с помощью вот этих вот мостов. То есть для того, чтобы А звонил на Б, необходимо А сделать мастером, Б сделать слейвом. Вот. А делается мастером для Б и для С. Вот. Соответственно, Б может на А может на Б звонить. А может на С, С может на А звонить.
и C и B, чтобы звонили между собой, необходимо на одном из них создать мастер, учетную запись, и на втором сделать регистрацию на этом мастере, чтобы делать вызовы между вот этими двумя Т. Соответственно, если их будет 4, то тут еще дорисовывается еще в бок один треугольник. Вот, они уже будут звонить между собой, да, еще один как бы треугольник. И у этого треугольника, если он захочет звонить на ТС А, допустим, на ТС Д, вот можно рисовать, нельзя рисовать. Хотя нет, по-моему, можно. Элемент. Да. Пенсил. У меня есть пенсил, ура, мне повезло. Мне сегодня не сказано везет. Блин, пенсил такой клевый. Он не только пишет, еще и колесико делает. Все, ну я ТС нарисовал треугольник. Могу сейчас нарисовать. И вот, если у нас есть еще одна ТС, чтобы звонить сюда, настраивается один транк, тут слейв у нас, это М-мастер, это слейв. Это у нас АТС Д. Вот он, какая бы проблема. И, соответственно, нужно делать еще один транк. Вот как по, на каждом будет по 3 транка уже. Одна с этим, соседям. Значит, на каждый АТС будет столько транков, сколько соседей. Если будет еще одна АТС вот здесь. Для нее мастером она будет для всех. Вот одну большую букву М сюда. Сюда. Вот так вот соединение вот такое вот получается у нас, да? То есть надо друг с другом соединять. Ну, как бы тут раз посмотрим на статусы присутствия. Для статуса присутствия нужен веб-интерфейс удаленный АТС, чтобы это все проверять. В этих мостах как бы времени у нас может не хватить, мы можем другие темы затронуть. Можно, в принципе, используя удаленный Microsoft и свою какую-то виртуалку, это все проверить. Ну, посмотрим здесь. Реализовано и все. Документы поместить. Посмотрим. Все, с мостами мы закончили. Итак, что мы сегодня рассмотрели? Мосты рассмотрели, вот эти вот исходящие правила рассмотрели. Но свое правило для причесывания Caller ID я не создавал, потому что я сейчас его начал создавать там. Оно приходит, там еще времени потратили, большую часть времени. Там оно расписано, это можно посмотреть. Есть отдельная статья еще, да, вот этих вот правил, там оно подробно все расписано. По-моему, у меня даже где-то в моих слайдах тоже это расписано, я это расписывал, эти все правила. Вот. А может и нет, может, не расписал, не помню, я с этим разбирался. Так, неполадки, борьба осталась, очередь вызова, группы. И из Intermediate у нас записи, обновления. Это мы вчера смотрели. Да, посменная работа пользователей у нас осталась. Потом профайлы добавочных номеров, группы и интервалы времени. Интервалы времени как раз желательно бы вошли у нас сегодня в маршрутизацию. Но вот эти вот все вещи я все-таки предлагаю оставить на завтра, поскольку я вижу, что я к 4 часам опять залезу. До 4 часов буду рассказывать. Сейчас я еще буду рассказывать. Для того, чтобы все это усвоить, для того, чтобы все это показать. Потому что я вижу, что надо почитать слайды, это все останется, время хватит. А уже надо сконфигурировать, да настроить, да посмотреть дампы, залезть изнутри. Это уже времени больше надо. Вот. Это я так уже вижу по себе. Вот. Давайте посмотрим по смену работу телефонов. И у нас тут для этого у нас будет использоваться. Мы настроим один IP-телефон. У нас вот он виден, вот камера у меня есть. У нас вот он виден. Этот телефон у нас висит на адресе 301. Я его сейчас благополучно удалю, чтобы он не мешал. Вместе с его регистрацией, вместе со всем. Я его не только удалю, еще и сброшу. Я его сброшу, а потом удалю. Я его сделаю для посменной работы телефона. Пока я тут эту кнопку зажимаю, не знаю, она мне зажимается, по-моему, на этом телефоне там другую кнопку нужно зажимать. А нет, окей, все.
Окей. У меня телефон тут пошел удаляться. Так, этот телефон у меня висел на 308 здесь, правильно? Вот здесь вот точнее. Он, во-первых, у меня висел на 308. 48-й, вот, для коннекта. Ну, для коннекта нужно нажать вот здесь вот его удалить. Вообще, свести, что поломать. Вот. И, соответственно, Все, и вот этот вот сам телефон я как бы удаляю отсюда, чтобы он мне мозг не парил потом. Все, его здесь нет, и MAC-адрес его тоже здесь не должен быть. Значит, в АТС есть возможность работы по смене телефонов. Это называется общий IP телефон. Вот они. Вот, для того, чтобы это работало и работало хорошо, необходимо создать учетку. В эту учетку внести... Хотя нет. Да. Ялин. Да. У меня вот он сам этот телефон. Он не должен был пропасть. 48-й. Вот он, да? У него такой IP-шник, он 122-й, обновление конфигурации. Куда ты лезешь? Пошел обновлять конфигурацию. Говорит, не нужно. Там прошивка, я не знаю, но она прошивка красным светилась у нас. 1.122 вот, на нем IP-адрес, все как положено, все красиво. SBC у нас его обнаружил. И Т28, кстати, он тоже обнаружил, он сейчас выключен стенки, зубами к стенке развернутый стоит. Вот. Я хочу на него присвоить номер. А вот ни хрена его не присвою никакой. Мне необходимо добавить номер, да, добавить номер. А он просто берет его, добавляет. Просто берет его. Добавляет номер один, допустим. Ну, это мне не нужно. Мне сейчас нужно взять этот другой день. Общий IP телефона. Добавить к нам сюда. А, неправильно сделал. Неправильно. Так, мне все. Вот этот телефон настраивается через SBC, который у меня на VirtualBox здесь работает. Вот он, VirtualBox, на нем SBC работает. Он как бы проверяет нашу внутреннюю сеть, мы вчера его там оставили. Вот, и мы его здесь с помощью этого SBC видим. Здесь, конечно, немного неудобно, но ничего, потеха. Вот, мы копируем этот MAC-адрес Т48, вот мы его забираем, и не в телефон лезем, а у нас SBC, он уже увиделся. Мы этот MAC-адрес забираем, лезем в общие IP-телефоны, его добавляем, ищем Ялин Т48S, он точно S, не G. Добавляем сюда MAC-адрес, нажимаем ОК. Ну и все, в принципе, он добавился там сюда. Он-то добавился, но это хорошо. Но здесь надо использовать 30X SBC подключение. Потому что вот эта фигня, которая здесь была, но она вообще никуда не годилась, потому что у нас... Майкрософтовская эта вещь. Вот она, видите, удаленно здесь подключена. Вот. И IP-адресы тоже слишком. IP-адрес Session Border Control. Тоже слишком. Интерфейс будет на нее русский. Да. Ну, пробуем. Ну, конечно, это край. Это открывать его нужно. Хотя нет, не край. Его можно отсюда достать. Из сип-пранков. SBC. SBC-1.
SBC1. Скодируем Ctrl C. Сейчас мы сюда не идем. Так, SBC, все, мы ввели его IP-адрес, ввели. Статус доступен, да. Он должен пройти перезагрузку, то есть на него должны примениться вот эти все параметры. Вот, мы можем помочь попробовать. Помочь, он на 122 IP-шнике у нас висит. Но мы сейчас ждать не будем, 40 минут пока он... 222, а я 122, я попутал, напутал. Я же сам соображаю. По крайней мере, у меня ничего не падает сегодня. Я еще держусь. Вот, в автонастройке мы сюда вот заведем вот эту ссылку. Да, на Euro-сервер. Ну, все правильно это все делать. Здесь. Настроить сейчас. Там его MAC-адрес включен. Так, все, обновляет конфигурацию на себя. Ну все, он пытается уже регистрироваться. Регистрация. Он, скорее всего, забанит. Сейчас посмотрим, зарегистрируется или нет. Да, просто потому что тут телефоны, если используются SBC, они должны регистрироваться вот на этом сервере. Тут адрес должен быть регистрация SBC. То же такое. Вот это вот. 100. Что там у нас? Конфиг. 186. Вот этот вот адрес. Точно так же, ну, через SBC был 306. Нет, через SBC у нас вот этот был. Сейчас посмотрим. Да, и плюс еще там может быть неверная прошивка. Так, что-то на нем появилось там. Админ уже не подходит. Снова надо на него залазить. А тут есть логин, пароль, наверное, надеюсь. Да, вот логин, пароль. Это логин, пароль для регистрации. Это вообще не та штука. MAC-адрес есть, это есть пароль в интерфейсе. Так, 144 не нужно, 141 тем более. 200. 192 не подходит, 222, по-моему. 222, здесь админ. А вот этот пароль, который у нас. Вот. Вот он наш аккаунт на нем. И ошибка регистрации. Да, тут не через SBC, вот тут я немного неправильно сделал. Я сразу сюда ссылку вкорячил вручную. Вот. Сюда. И получил бан. Соответственно, нам нужно зайти сюда. И вот нажать эту волшебную кнопку, но перед этим мы для 48-го телефона поищем на 3CX информацию. Я тут даже фигню возьму, скопирую. Идет. Принтскрин, вот эту фигню скопирую, я сейчас ее открою, поищу. Нам, наверное, возможно, придется прошивку изменить.
все, он пошел сбрасывать. Так, пишем в Google 30X. Так, мы должны добить его сегодня, этот телефон, что он туго-туго заходит нам это все. Всегда. Всегда оно туго делается. 30X, Ялинк. 148S. Вот, и тут где-то маленькая ссылочка сейчас должна быть. Где-то маленькая ссылочка. Вот она, маленькая ссылочка, там я все там прошу. 48, да, это 48, 48. 66-85-05. Да, она не совсем поддерживаю. Возможно, ее придется туда залить. Если она, конечно, не заливает. Тот телефон я не хочу. Там 46-й. Какой-то нормальный. 66-85-05 для 48-го S. Сейчас мы его будем забивать. После сброса настройки. 222 вернулся в жизни. Вернулся. 222 мы сейчас должны уйти от 10 PS. И открутываюсь теперь. Вот он. Блин. Админ открыли. А, прошлого. Давайте обновим прошлого. Инфляционный файл, пикап, обновление по воду. Так, перезагрузка, обновление по загрузить. Селек. Ну, у нас download, по-моему, да? Что это тот, вроде бы его сравнили, все. Опять ничего не перепутал, значит. Не отключайте питание, вот телефон пошел перепрошиваться на эту прошивку. Посмотрим, это поддерживаемая прошивка, а утром здесь светилось вообще красным, да? То есть утром, когда я открывал телефон, вот здесь вот эта прошивка светилась красным цветом. Ну и я как бы в эту тему не полез, вот, и не стал ее обновлять, потому что мы пошли по вчерашней теме, по удаленной регистрации, мы вчерашние вопросы разбирали. Вот. А для посменной работы, сейчас посмотрим, что нам там нужно. Вот. Да, соответственно, тут есть режим автонастройки. Пользователи для посменной работы выполняют с помощью определенного старт-кода вход, выход. Вот. И, соответственно, его используют. Значит, эти IP-телефоны могут определяться локальными, в локальной сети. Когда IP-адрес находится в одной и той же сети, что и IP-телефоны. Но у нас это нам не светит, не грозит. У нас тут автоматом Ялинк телефоны в нашей сети получают сеть 253, то есть Билан. У нас здесь CP-сервер завязан, жестко замонтирован на этот Билан. Этим телефоном дает именно 253 адреса. Вот. Это так надо, это никак не победить. Поэтому с 250 с первого этажа с сервера наши АТС, даже с 254-го наверху там у нас стоит сервер на 6-м этаже, да, я вот 253-й телефон из нашей локальной сети в любом свече, который включен, я ее вижу. Поэтому я наколхозил вот эту вот сеть, да. Ну, опросить админа, возвращать обратно, вы сами понимаете, на вот, сеть охреново. Я сконфигурировал лабораторную сеть, вот она сеть, в ней есть SBC, и вот в SBC был этот Т-48. Кстати, можно было
поупражняться еще на этом телефоне, вот на D26, который я вот сейчас как раз принесу для него. Он там старый аккаунт. Я принесу для него кабелечки, сейчас на нем поглумимся. Все, он перепрошивается, что он долго телефон перепрошивается. Чтобы зарегистрировать телефон, его нужно перепрошить, да? Ну, отлично. Пусть он там перепрошивается, у меня еще есть телефон. Я его к моему свечу цепляю. Тяга раз стационарно стоит, я ее поворачивать не могу. Но, тем не менее, да, там какой-то конгратуэйтинг там. Вот, у меня еще вот есть один телефон, сейчас он ему присвоил. Подключит его по POE. По POE его подключит. Вот, да, все, пошел. Засветилось. Он пошел, по POE его подключать. Он мне как D26 сейчас определится. Вот, и соответственно, когда я вот эту фигню настроил, да, мы возвращаемся к слайду, сейчас посмотрим на слайды. Вот, конфигурации должны быть поддерживаемы. Конфигурации должны быть настраиваться из настроенных IP-телефонов в рамках той же самой сети. Вот, либо, если в этой же сети настроен SBC, который связан... Ага, лицензия должна быть Pro или Enterprise. Вот из-за этого у нас может эта фигня не завестись, но я, по-моему, я читал в Екатеринбурге, рассказывал. Там был не стандарт, а было Pro или был Enterprise. А что мне делать, я сейчас просто не знаю, если на этом не заведется. Там некрасиво будет, но хорошо. Слайды посмотрим, а все плюхи, которые на этом телефоне, мы не посмотрим. Использовать. Вот, как это настраивать? Консоль управления, общие IP-телефоны, добавить вручную модель телефона, добавить вручную MAC-адрес, добавить метод настройки SBC или, ну и, соответственно, выбрать язык меню, там, часовой пояс, формат даты. Вот, автонастройка, сбросить телефон на заводские настройки, выберите устройство, кнопка. Присвоить номеру. Так, и присвоить такому номеру. Так, и тогда присвоить, если он вылезет. Мат такой будет присвоен общему личному номер 1. Все, понял. То есть вначале нужно внести телефон с маком, потом с маком его нужно туда собрать. Все, понял. У нас здесь есть он. Да, странно, другой номер справа. Вот. У нас есть здесь эти общие IP-телефоны, да? Вот он, общий IP-телефон. Он с таким вот маком уже тут заведен. Теперь нужно перейти в телефоны. Так, и метод настройки, кстати, SBC выбран. Да? SBC. На эту херню ничего еще не сказал. Ну, что сказать. Оно просто отпущено. Да, тут надо вот эти диалкоды знать, тот выход тоже я забыл с прошлого. И про операционный мониторинг там. Все. А про SBC тут только не сказано, мы сейчас посмотрим. SBC вписать, потому что он красный. А нет, если SBC, введите локальный IP-устройство SBC. То есть локальный IP-устройство SBC. Метод автонастройки SBC, локальный IP-устройство SBC. Я ввел глобальный, а мне нужно локальный ввести. Здесь вот неправильно, здесь нужно 192, 168. 1186, да. 192, 168, 1186. Так, ввели телефон Т-48 с вот этим маком, и мы его делаем присвоить номеру. Телефон будет присвоен общему добавочному номеру, тролля-тролля. Нажимаем ОК.
Все, да, сейчас на него пойдет там дураться. Должна вот он уже замигал, задрыгался. Второй телефон. Наверное, не больно. По 26-й луч. Этот замочили, тот другой луч. Все, на него пошла. Поехала уже прошивка, он уже в 30x находится. Вот. Там уже пошла надпись 30x на нем. Неправильно было IP-адрес, неправильно было внешний IP-адрес. Все, телефон пошел уже прошиваться новой прошивкой. Даже не прошивкой, а конфигурацией. У него поехала конфигурация. Все. Перезагрузка. Так. Первая клавиша белая после настройки будет доступна для выхода. А чтобы эти телефоны использовать, нужно опять же создать номер. Создать два номера. У нас будет два номера, которые будут вязать данный телефон. Это будет 307, оператор 308, оператор 1 и 309. 308, оператор 1. И 309 будет оператор 2. Так, и здесь. Ладно, пока его создадим. Вот, разрешить совместно. Параметр разрешить совместно использование телефона. Оператор 1. И вот здесь вот, да, вот эту фигуру надо убрать, хотя она не публичность. Да ладно. Параметры разрешить совместное использование телефонов. Вот этот вот параметр мы окей нажимаем. Вот. И здесь вот звездочкой 77 и номер 308 мы должны его ввести. Все у нас есть. Хорошо. Да, у нас он позеленел, вот он. Он зеленого цвета стал аккаунтом. Он в самом телефоне через камеру не видно. Общие IP телефоны вот здесь видно. Ага, нихрена тут тоже не видно. Так, а внутри телефона он позеленел. Тут, короче, не позеленел. Вот. Теперь мы его пробуем использовать с звездочкой 777. Точнее, 2 семерки, 7, 7. Звездочка 308, да? 308. Что там дальше у нас? Решетка, что ли? Блин. Тоже звездочка. Оп. Так, нажимаем. Вызов. Пожалуйста, введите персональный идентификационный номер. Затем нажмите решетку. Да, все. Тут у меня требует пин голосовой почты. Тут мы должны его еще знать. Должны его знать. Неверный пин-код. Неверно. Да я его еще не ввел. Пожалуйста, введите персональный идентификационный номер. Затем нажмите решетку. Да, и нам сейчас будет. Вот, пользователь. 8. Вот это вот, так, голосовая почта, да, вот здесь есть. Неверный пин-код. Хорошо. 1000. 1000. Все, вот я его ввел. Ну вот все, сейчас он у меня
должен, да, он пошел, что за телефон задрыгался. Раз задрыгался, значит, это с ним сейчас произойдет. Он перетащит конфигурацию, вот он ее перетащил. И пишет, что он уже стал 308. То есть я нажал. Звездочка. 77, звездочка. 308. И он у меня стал 308. И он стал под оператором 1. Вот. Хотя версия она не про не Enterprise, да, это обычная стандарт, которая качнутая вчера. Сегодня, да нет, вчера, как, позавчера качнутая с интернета, она у меня нормально заработала. Вот, все, давайте сейчас просто из 308 перепрыгнем в 309. Вот 308 на него можно как на 308. Позвонить, используя клавиатуру. Вот, звоним. Ну, отвечаем. Раз, 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 раз. Там, звонит нормально. Он там звонит, поднимает трубку, все как положено. Знаю, там еще, если он внешний, как его из внешнего не ставит. Уже никто не подумал, по-моему, это только для внутренних настраивается. Для посменной работы. Да, мне написано. Можно ли использовать внешние телефоны для настройки с помощью вот этого вот метода? Ну, то есть, если телефон находится не в SBC, а у меня облачная система, я в облачной системе хочу вот, вот с помощью ссылки удаленной настройки это все настраивал. Но нет такой возможности. Не знаю, надо разобраться, тоже с вами разобраться. Не написано. Вот, все, нажимаем добавить. 309 ему добавляем. И будет оператор 2. 2. Дублировал оператор 2. Так, и перед тем, как его делать оператором 2, добавить DDI. Кстати, DDI тоже может быть. В телефон добавлен, он тогда автоматом вкатывается во входящий маршрут вправо. Добавляем с тобой. Вот. Так, и 309 у нас едет на так, это нам не надо, нам нужны параметры. Совместное использование телефонов. У нас поедет на совместное использование телефонов. Вот. Внешне они никак не отличаются, просто обычные телефоны, просто для которых включена галочка в параметрах о том, что они разрешены для совместного использования. Все. Создаем номер, включаем эту галочку и все. Вот. На этих аппаратах эти пользователи могут с помощью старкода работать. С помощью старкода в них заходить и с ними работать. Давайте попробуем звездочка 77309. И тоже звездочка, звоним. Пожалуйста, введите персональный идентификационный номер. Да, затем нажмите решетку. 86-76. 86-76. И вводим решетку. Активация прошла успешно. Телефон будет переведен в вашу учетную запись. Все, сейчас смотрим, следим. Вот он, 308, сейчас он там. Телефон затрясется, чуть-чуть потрясется и переведется. Все, телефон пошел трястись. Видно, что так не видно. Разрешение маленькое еще отсвечивает. Нормально, разрешение просто отсвечивает.
Так. Да, я окон уже, по-моему, 309 стал. Все, был 308, стал 309. Если я теперь наберу 302, замок работает, труба зайдет, делаю вызов, и все. Он уже светится как 309, оператор 2. Answer, M. И, соответственно, с этой главы я могу позвонить на 300. Ну, он даже и видится как 309 здесь. 308 серый, 309 доступен. Все, так, посмотрели. Итак, сегодня мы посмотрели посменную работу. Посмотрели мосты. Посмотрели маршруты. Вот, а завтра мы с утра сразу придем, рассмотрим. Во-первых, настройки номера и профили добавочного номера и группы номеров, и их права в группах. Вот, мы посмотрим вот эти два интервала времени, посмотрим записи вызовов, обновление, переустановку. И отсюда тоже группы, очереди, безопасность, устранение неполадок. Вот отсюда мы еще не посмотрели голосовая почта и голосовая линия. Вот эти вот вещи мы завтра рассмотрим. И завтра, если из очереди мы посмотрим из профайлов, мы больше всего будем использовать клиент. И больше всего будем использовать 30x клиент и 30x веб-панель. Вот как тут работать из веб-панели, когда у меня вещание из WebRTC идет, немножко сложно, поэтому нам нужно будет транслировать веб-панель. Поэтому видео, наверное, придется отключить для того, чтобы я смог это все показывать. Транслировать, я не знаю, трансляция там идет по WebRTC. И звонки тоже, они и звуки, и вот. Но есть еще один режим CTI, UCR-STAR, мы тоже его посмотрим, как можно использовать. Да. В качестве менеджера будем с очередями работать с помощью сапфона, с помощью 30 приложений. И рассмотрим вот эти вот сервисы. Вот, а на сегодня все. Вот, спасибо, что послушали, спасибо, что остались. Вот, на сегодня, да, спасибо за внимание. Вот, и тогда завтра в 11 часов продолжим.